Добрий вечір, шановні гості, шановні експерти, шановні глядачі, усі, хто, як завжди, по четвергах збирається для того, щоб по обидва боки екрану, а зараз вже і по обидва боки моніторів, взяти участь у програмі «Контраргумент». Я не випадково кажу «взяти участь», адже повірте, шановні глядачі, що ваші дзвінки, ваші повідомлення мені особисто на мою сторінку, тобто на мій акаунт на Фейсбуці, на нашу сторінку на Фейсбуці, а також ваші дзвінки, дуже важливі і є невід'ємною частиною нашої програми. Саме для того ми і працюємо, щоб у нас був постійний прямий зв'язок з усіма, хто має безпосереднє відношення до тих проблем, які ми тут обговорюємо. І хоча, напевно, декому може здатися, що проблема, про яку ми сьогодні хочемо поговорити, про тендери, не стосується багатьох, адже це справді питання державних закупівель. Про це можуть казати бюджетники, про це можуть казати ті керівники підприємств, які займаються цими процедурами. Про це можуть казати підприємці, які так чи інакше беруть участь у цих процедурах. Втім, повірте, це дуже цікаво і, напевно, що сьогоднішня програма буде дуже пізнавальною для навіть тих, хто вважає, що аж ніяким чином не касається цього питання. Отже, ми сьогодні будемо говорити не просто про систему державних закупівель, ми сьогодні будемо говорити про те, чи вдалося створити надійний інструмент запобігання корупції, адже саме для цього була придумана система ProZorro, саме для цього була введена система тендерів. Чи навпаки це стало ще одним інструментом для реалізації корупційних схем? Більш того, ми постійно кажемо про те, що саме такі шляхи забезпечення прозорості бюджету, саме такі шляхи забезпечення прозорості використання бюджетних коштів є нашим кроком назустріч європейським стандартам. Чи це так? Чи це відповідає дійсності? Сьогодні ми поговоримо, як завжди, з дуже обізнаними, дуже компетентними гостями і з дуже компетентними, зі свого боку, експертами. Повірте, буде цікаво, не перемикайтеся. Я зараз із задоволенням представляю наших гостей. Це Микола Михайлович Дворніченко, тренер з державних закупівель. Будь ласка, візитівку. Микола Дворніченко, головний спеціаліст Департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської облдержадміністрації, визнаний експерт з державних закупівель. Часті гості в наших програмах Олександр Євгенович Дем'янов, головний лікар Миколаївської міської лікарні швидкої медичної допомоги. Візитівку. Олександр Дем'янов має вищу медичну освіту, нейрохірург. З квітня 2007 року головний лікар Миколаївської міської лікарні швидкої медичної допомоги. Володимир Борисович Євсєєв, декан Південної бізнес-школи. Візитівка. Володимир Євсєєв, незалежний експерт з питань фінансової та економічної безпеки, директор регіонального фонду підтримки підприємництва, засновник і декан Південної бізнес-школи. Наші експерти представляться трохи згодом, а зараз, перш ніж за традицією надати по хвилині нашим гостям для того, щоб вони висловили ті ключові питання, які вважають за необхідне обговорити сьогодні протягом дискусії, і, можливо, самі якось сформулювали для себе напрямок своєї участі у нашій дискусії. Хоча, повірте, вона завжди у нас буває дуже несподіваною, і такі несподівані повороти трапляються, що ніхто не може ще за хвилину до того сказати, що буде саме так. Дивіться, це справді буде цікаво. А для того, щоб якось зорієнтувати і вас, шановні глядачі, і наших гостей та експертів, я хочу запропонувати сюжет Федіра Бондара, який, так би мовити, узагальнює певні аспекти того питання, про яке ми сьогодні хочемо поговорити. Будь ласка. Ви
використання бюджетних коштів для здійснення державних закупівель завжди було ласою сферою для тих, хто хоче збагатитися за народний кошт. І стосується це не тільки нашої країни. Щоправда, за рівнем корупції з нами мало хто може зрівнятися. Не хочеться за давньою традицією лаяти попередників, але занадто вже яскравий приклад. Внаслідок закупівлі Чорноморнафтогазом двох бурових веж бюджет України втратив близько 300 мільйонів гривень. Це так звані вежі Бойка, названі на честь міністра енергетики в уряді Азарова. Тоді національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» керував Євген Бакулін. Його, до речі, можуть пам'ятати жителі кількох районів Миколаївщини, які входять до 130-го виборчого округу. Це здебільшого схід області. Перед парламентськими виборами 2012 року планувалось, що за обрання Бакуліна народним депутатом Снігурівка нарешті буде газифікована. На це мали виділити 200 мільйонів гривень. Мабуть, без проведення виснажливих тендерів. Отже, вежі Бойка стали одним з найяскравіших прикладів корупційних діянь команди Януковича. Але, як і за багато інших злочинів, винні так і не були покарані. З 90-х років минулого століття держзакупівлі в Україні регулювалися спочатку постановами Кабінету міністрів, потім законами. З 1 серпня 2016 року набув чинності Закон України про публічні закупівлі. У попередньому йшлося про державні закупівлі. Водночас, починаючи з 2015-го, широко пропагувався, так би мовити, механізм організації тендерів та проведення закупівель системи «Прозорро». Аби знов не згадувати попередників, можемо навести свіжіші приклади, котрі викликають певні запитання, де звинувачень, звісно, підстав у нас нема. Київський завод «Ленінська кузня» восени минулого року виграв кілька тендерів за участі тієї ж самої «Прозорро» на ремонт низки суден і корабля – фрегата «Гетьман Сагайдачний». Жителі міста Корабелів могли побуритися лише через те, що раніше флагман наших ВМС традиційно ремонтувався на заводі імені 61-го комунара. Але зараз не про це. Виробничі потужності столичного підприємства, що є дітищем Петра Порошенка, не дозволяють прийняти фрегат, а тим більше залізничний паром «Герої Шипки», котрий взялося ремонтувати. Не мають ці корабель та судно і жодних шансів пройти Дніпром до Києва. Глибини і численні шлюзи не дозволяють. Тому ремонтні роботи здійснюватимуть на інших заводах, ймовірно, в Одеській області. А виграла тендер, нагадаю, «Ленінська кузня». Можливо, залучати до виконання замовлень треті структури – нормальна практика. Але чи забезпечує такий варіант гідний рівень конкуренції? Чи вистачає грошей, отриманих виконавцем за підсумками конкурсу, і для нього, і для підрядника? Мабуть, вистачає, якщо система ще якось живе і діє. Отже, зрозуміло, про що піде мова. Я думаю, зрозуміла певна тональність цієї програми. Втім, повірте, панове, ви вільні змінювати цю тональність, як ви вважаєте за необхідне, адже ви головні. Будь ласка, почнемо з нашого гостя Миколи Михайловича Дворніченка. Він є не просто чиновником, він є дуже досвідченим і визнаним фахівцем у цій галузі, у галузі державних закупівель. Він навчає практично усіх миколаївських бюджетників, як правильно це робити. І тому я, повірте, дуже вдячний і вам, і усім, хто сьогодні бере участь у цій програмі. Адже дуже складно було сьогодні зібрати таку компетентну аудиторію, бо люди, які безпосередньо займаються тендерами, зокрема, це або уповноважені, або голови тендерних комітетів, так собі, знаєте, криво посміхалася, казала, та, якщо ми тобі розказали, як воно відбувається, кажу, то будь ласка, приходьте на програму, то розповідайте. Ні, ну ти знаєш, у нас же ж там у кожного є свої методи, як це обходити. Ну хто ж про це буде розповідати в прямому ефірі? Чиновники здебільшого також не хотіли брати участь, хоча є сміливці, і тому дякую вам, що ви до нас прийшли. На жаль, немає у нас сьогодні Олексія Продисвіта, людину, яка протягом багатьох наших програм дуже гордо розповідала про свою причетність до програми «Прозоро». Ну, напевно, саме тому, що ця причетність дуже очевидна, і сьогодні він і не зміг взяти участь в нашій програмі. Втім, як казав мій колега Федір Бондар, у нас немає підстав для звинувачень, ми просто кажемо про те, як воно є. Отже, будь ласка, Микола Михайлович, все, що вважаєте протягом хвилини сказати про тендери. Буквально кратко, хліба і зрелище. Зрелище систем «Прозоро» добавил, хлеба нет. Эффективности систем «Прозоро» не принесла. Экономия, и то условная, может быть рассчитана, но эффективности, что является основным лозунгом
и целью этого закона, а именно закона по публичной закупке, система Прозора даже не ориентирована на это. Поэтому большого смысла в этой системе в интересах налогоплательщика, к сожалению, пока еще не видно. Спасибо. Александр Евгеньевич. Я, может, выскажусь со стороны, с той стороны, которая несколько пострадала, да, вот, то есть руководители бюджетных, небюджетных организаций. Система Прозора позиционировалась на принципе, что есть закупки за свои деньги себе, за свои деньги кому-то, за чужие деньги себе и за чужие деньги кому-то. Вот если первое, не возникает никаких сомнений, что человек для себя за свои либо за чужие деньги будет покупать эффективно, потому что он хочет получить качественный продукт, здесь надо было заставить чиновников купить за чужие деньги кому-то услугу или продукт, также, ну скажем так, неупередженно, да, то есть правильно, ценя деньги громады и предоставляя ей качественный продукт или услугу. Ну, задача святая, конечно, была, хорошая, и, собственно говоря, то, что позиционировали всю жизнь на тендерах, на процедурах. Я благодарен своему напарнику, да, по нашим гостям сегодня, когда мы провели с его консультациями и тендер на микроскоп операционный, и на консультировались по поводу трампунта, который сейчас строится на полных парах. То есть тендерные процедуры прошли какое-то испытание временем, и сейчас, по крайней мере, имеется, ну, уже такая база знаний, которая позволяет их проходить правильно. Прозора для нас была новая страничка, но я приведу краткий пример. Когда мы посетили последний раз выставку медицинского оборудования в Киеве, проходили главные врачи между рядами, и я подошел к ряду, где был представлен рентгеновский аппарат, который мне нужен для больницы, задал, естественно, вопрос, сколько он стоит. Вот там мне был задан вопрос, а за какие деньги и как вы его собираетесь купить? Ну, естественно, если после пороговая величина, было сказано, да, или через Прозора, или если он еще дороже стоит, через тендер. Понятно, без процедуры не можете? Я говорю, нет. А какой смысл в этом? Ну, так будет дешевле. Почувствовали? Мы собрались потом на дне главного врача, там же, на этой же выставке, где нас позиционировали, приветствовали представители системы Прозора. Когда им был дан такой короткий доклад о положительных, позитивных сторонах, был задан вопрос. Расскажите, что вы можете о своей системе сказать негативного, чтобы мы знали. То есть уроки, которые уже, видимо, кто-то набил шишки, мы хотим об этом знать и делать выводы в нашей работе. Нам сказали, что нет, негатива нету. И когда мы привели пример наше похождение в соседнем зале, да, и вот ответы на такие вопросы, ну, найти, что сказать, оказалось нечего у представителей системы Прозора, к сожалению. У себя в работе мы столкнулись с тем, что действительно очень много нареканий к этой системе в плане отсутствия наказания нерадивым продавцам. Нам говорили дословно, что если мы будем всех вводить в черный список тех людей, которые не выполняют обязательства, то у нас к Новому году не останется ни одного продавца на Украине. Но это не подход, я думаю, что они должны нести ответственность. Поэтому сегодня действительно передача, которая затрагивает очень больную тему, особенно для руководителей бюджетной сферы, потому что у нас, ну, кроме системы торгов, есть еще и казначейство, к которому тоже много вопросов сейчас. И это все тормозит, конечно, правильное финансирование учреждений. Ну и давайте будем откровенными. Так получается, что при закупках, когда выделяются деньги, они выделяются, здесь присутствуют представители горсовета, знают, когда обычно, да, по итогу полугода и по итогу 9 месяцев, чаще всего, когда уже не успеваем пройти временные промежутки тендерных процедур и процедур по Прозора. В связи с этим, конечно, хотелось бы сегодня обсудить это активно с теми людьми, которые в этом понимают. Может быть, больше, может быть, что-то другое не знаю. Я думаю, що буде продуктивний розговор. Дякую. Будь ласка, Володимир Борисович. Первый вопрос, который я задал Федору Бондарю, когда он позвонил, а кому пришла в голову идея этой передачи? Вот. Ну, суть заключается в том, что вот лично я не участвую в тендерных процедурах и не использую Прозора, но за эти полторы недели я задал вопрос 18 предприятий,
как выпускников Южной бизнес-школы, так и партнеров, коллег. Я приглашал их на передачу, в результате чего из 18 только двое захотели со мной побеседовать на эту тему, а 16 сказали, мы вообще не хотим обсуждать этот вопрос, а на передачу мы не придем. Я говорю, а что происходит? Поэтому вот мне очень хотелось бы, чтобы мы сегодня не только выяснили для себя, что происходит, чтобы мы выяснили для наших телезрителей, потому что лично моя надежда на то, что в конечном итоге мы получим потрясающую систему, которая действительно будет прозрачно формировать бизнес-отношения между предпринимателями и бюджетом, по-моему, оказалась фікцією. Дякую. Треба сказати, що тут треба розділяти, так би мовити, технічне виконання цієї програми, яка, як мені здається, все ж таки дуже непогано зроблена, і те, як вона використовується. Тобто, справді виходить, що нібито створений такий дуже добрий, дуже ефективний, ну, потенціально інструмент, який дозволить справді зробити просто цілком прозорими усі ці стосунки, принаймні щодо бюджетних коштів. А виходить, що не встигла ще ця система почати працювати як слід, як вже з'явилися засоби, не просто її обходити, а на ній наживатися. І наживатися за її допомогою. Я знаю, що є справді люди, які готові про це говорити. Їх, на жаль, не так багато, як хотілося. Втім, є ті, хто вже безпосередньо з цим стикався. І ось Сергій Буркавець може розповісти свою сумну історію. Будь ласка, Сергій. Ну, собственно, з системою Прозоро ми почали працювати з першого дня, як вона стала діювати. Це з 1 августа 2016 року. І за це час ми вже участвували порядка 20 тендерів в этой системе. Что бы я хотел сказать и отметить по поводу системы? Система как таковая, которая изначально закладывала цель – уход от коррупции. К сожалению, результат не достигнут. Не достигнут по какой причине? Что у нас, в принципе, в управлении, вот мы связаны с работой оказания услуг по ремонту техники и, скажем так, что люди, которые влияли на процесс и люди, которые принимают решения, они остались в обойме. То есть те главы тендерных комитетов, тендерные комитеты. Вроде бы наша страна и получила вектор европейского развития, получила свободу определенных действий, но на принятие решений остались люди те же. С той же ментальностью, с той же составляющей коррупционной. И это такой негативный фактор. Из положительных моментов это то, что есть, скажем, открытый доступ до площадок, на которых, например, в свое время нам даже не то, что там был закрытый доступ и мы подавали свою тендерную пропозицию, порт Южный, порт Ильичёвск, Черноморск сейчас называется. То есть там надо идти в эти двери. Ты приходишь, тебе говорят, надо вот зайти вот сюда, через 2 минуты закрыто, все, ты не успел. Ну, к сожалению. Вот. То сейчас ты можешь выходить и, скажем, в онлайн-режиме проводить торги, но включается вторая серия, когда вот из негативных примеров, порт Ильичёвский торговый порт, где наша компания уже 2 раза принимала участие на ремонт буксира. Мы по ценовой пропозиции первые, нас признают победителем по условиям торга. Потом нам задают вопросы, которые о том, что наша, например, наше разрешение регистра, наш документ не соответствует каким-то нормам. Мы задаем вопрос регистрам в Киевское управление, соответствует ли, на что нам приходит ответ, что вы в полном порядке, у вас ежегодное свидетельство, все у вас нормально. Мало того, и нас снимают с торгов, то есть нас признают проигравшими. Мы подаем, сейчас есть хорошая такая практика, подаем в антимонопольный комитет. Естественно, в антимонопольном комитете мы платим деньги за это.
Мы проходим там своеобразный круг ада, где надо выбегать эти справки. Все это в сжатые очень сроки. То есть система Прозора, она дает тебе там несколько дней для решения вот этих всех бюрократических вопросов. Мы езжаем в Киев, заседает антимонопольный комитет, представитель порта, который поднимается и говорит, что у них там то-то-то, на какие-то там надуманные замечания. У меня есть эти ответы. Они уже загружены на сайте Прозора. То есть это все, надо обязательно, любой документ загружается на сайт Прозора. И антимонопольный комитет говорит, да вы, ребят, просто рубите. Вот так они открыто говорят, нет, тут состава никакого нету. Вот победители и все. Разворачиваемся, уезжаем по домам, тендер признается недействительным. То есть я потратил 15 тысяч гривен, съездил в командировку в Киев. Весь наш штат сотрудников, потому что у нас, к примеру, люди определенно ведут систему Прозора, документов, масса документации, надо сканировать, это очень большой объем работы добавился. Вот этот весь труд идет на смарку, тендер признан недействительным, это ноябрь 2016 года. И чтобы мы понимали, буксир стоит не отремонтирован, то есть ему там каким-то способом продлеваются документы, там выполняется там пролонгация документов, и объект не выполнен. Хотя это можно было давным-давно уже сделать по нормальной цене на предприятии, которое является, ну, мы на сегодня, у нас большущий опыт работы, вот, и это... нормальная практика. То есть мы, наверное, не той формат. Вот. И, собственно, повторно выступаем, такая же ситуация. То есть два раза и повлиять на, ну, каким-то образом не может ответить Ильичевский порт за свои действия. Понимаете, нет рычага влияния на людей, которые... Вот не состоялся тендер, все. Ну, скажите, вот мне пишут, что по сравнению с бумажными тендерами это настоящий прорыв. Вот то, собственно, то, о чем говорил Сергей, да, что не надо с бумагами по кабинетам бегать. Но, с другой стороны, смысл в этом прорыве, если в конечном итоге результат тот же. Я объясню. Не надо, каждую бумагу должна быть отсканирована. То есть она должна быть в бумажном варианте, ее никто не отменял. Или же это справки мы берем на каждое новое. Справка о несудимости, все документы по новому. Это все то же самое. Вот сколько тендеров я участвую, я бегу и беру справку о несудимости. Мало того, эти все документы должны быть в бумажном варианте, тендерная пропозиция, отсканирована на электронный носитель и загружена на сайт Прозора. Поэтому работы, как по мне, добавилось, потому что сидит человек, который отслеживает эти все моменты. Документы эти все должны быть у нас под рукой, и работы, как пока мне, еще больше. Спасибо. Пожалуйста, вот вы двое, потом Илья Шполянский. Да, начнем с вас, Николай Михайлович. Можно прокомментировать вашу ситуацию немножко с вашего разрешения. Все дело в том, что я понимаю, что в Украине нет прецедентного права, но есть право аналогии. И с учетом права аналогии существует уже судебная практика на уровне кассационных решений, которая утверждает следующее, и в том числе вот эти были позывы по вопросам антимонопольного, как порно оскаршения. Да? Так вот, суды на уровне кассации уже доказали антимонопольный комитет в частности, да? Что после признания победителем того или иного субъекта, ну или по старому закону после акцепта пропозиции участника, да? Заказчик уже не имеет права торги отменить, и торги могут быть исключительно в суде. И в данном случае, вот, милости прошу ко мне, я дам с удовольствием ссылки на эти судебные решения на уровне кассационного. И у вас появляются все рычаги отстоять свои права. Одесский регион наверняка на самом деле. Я говорю, на уровне кассации эти вопросы уже решены были несколько лет тому назад. Так что милости прошу, я с дорогой душой помогу. Спасибо большое, с большим удовольствием. Это один вопрос. Это не вопрос, это раз. Второе, смотрите, пожалуйста, все, что касается, когда участника определили победителем в торговой. После этого заказчику очень тяжело эти торги отменить вообще почему-то. Потому что отдельные заказчики пытаются отменить торги по тем причинам, которые были выявлены по тексту закона дальше. Но все дело в том, что опять имеет место судебная практика, согласно которой факт отмены торгов самим заказчиком уже не представляется возможным. И слова «выявлены порушения» подразумеваются выявлены третьим лицом, а не самим заказчиком.
Это второй момент, согласно которому хорошо, господа, эта ситуация может быть развита. Спасибо, но прошу... это уже сейчас очень специфично, я думаю, что это вы обсудите. А вот я сейчас, Владимир Борисович, потом есть у меня еще одно замечание, пожалуйста. Хорошо, Сергей, скажите, пожалуйста, вот пропорция, вот вы говорите, около 20 тендеров за вот эти крайние года. Пропорция выигранных и невыигранных какая у вас? Это не крайние года, это за период, когда работает система Прозора. Где-то половина. То есть 50 на 50? Половина, да. В некоторых, это я объяснил ситуацию, которая у нас, ну, скажем так, спорная. В некоторых случаях мы действительно были неконкурентоспособны, потому что ну, на территории Одесского региона у нас не представляется возможным делать дешевле, например, чем тот же Ильичевский судоремонтный завод. Потому что Ильичевский судоремонтный завод имеет там свои базы. То есть есть объекты. И опять-таки, ну, не хочу вникать в подробности технической, как мы выполняем работы. Но в нашей работе есть свои моменты. Каждое судно, каждый объект, мы его расценим по-разному. Потому что это есть алюминиевый корпус. То есть это очень много нюансов. Поэтому мы уже как бы смотрим на тот объект, который нам интересен с экономической стороны. Но если, так скажем, ваш вопрос перефразировать, и какой процент выигрышных тех, которые должны выиграть, да, или какие мы хотели бы выиграть, да, то, скажем, с приходом системы Прозора, весь вот этот бардак на 30% улучшилось, скажем вот так. То есть система Прозора, может быть, ну, чуточку побеждает в плане открытости, в плане вот таких, что мы можем, честности, обжалования. Вот действительно, мне очень было удобно то, что сидя в кабинете, я подаю заявки вот эти онлайн, и сразу приостанавливаются любые действия и торги. Ну, то есть, как бы, проблема не в наличии самой системы, проблема в тех людях, которые ей пользуются, абсолютно, и которые позволяют пользоваться ей недобросовестным участникам без каких бы то ни было последствий, то, о чем говорил Владимир Борисович. И это есть недоработка самой системы. То есть должен быть какой-то доработанный механизм, который может быть... Мы-то работаем не с системой. Мы работаем с частной структурой. Вот каждая бизнес-площадка это частная структура. Система Прозора не несет... Это знаете, кому принадлежит интернет? А он никому не принадлежит. Вот так же и система Прозора. Она изначально была, значит, презентована, но реализацией ей занимаются частные структуры, которые, кстати говоря, юридическую ответственность за качество проведенных торгов не несет. Вот это самое страшное, что нету ответственности у людей. Ну, вот это наше, по крайней мере. Спасибо, Ильяш Полянский. Хочеться... зазначити, що питання системи Прозоро, це ж неможливо вилікувати лейкемію там в одній руці. Ну, тому що Прозоро – це якесь висвітлення частини життя державного механізму. І якщо казати, ми тут в усіх проблемах, де ми стикаємось в Прозоро, зазвичай ми стикаємось з проблемами судової практики. Тому що, ну, тут звичайно, що пересічний громадянин, він бачить такого карикатурного в радянському, якоїсь радянської карикатури поганого чиновника, який гнобить людей там і намагається вкрасти якомога можна більше грошей. Але є ж така ситуація, що сьогодні судова практика така складна, що якщо виграє, ну, наприклад, компанія, яка дійсно потім просто не з'являється, і таке буває, я знаю, що є розпорядники коштів, ну, там, неважно, ну, неважливо хто, ну, наприклад, департамент ЖКГ, у нього виграє там на дезерацію, на там, ну, це там... як мишів, клопів... Дератизація. Так, да, дератизація, прошу вибачення. Виграє, і потім ця компанія просто не з'являється. І таке буває. Ну, вони загружають якісь документи, що там вони там, все є, все, вони чомусь оплачують участь, а потім, ну, у них там щось відбувається, змінився директор, і вони просто не з'являються. А несе відповідальність, ну, безумовно, той керівник, який розпоряджався цей центр, ну, ці торги...
заявити. Це теж проблема, і таких проблем дуже багато. Але я хотів би зазначити інше. Те, що я зараз кажу як керівник організації, керівник підприємства, який приймає участь у торгах конкурсних, я хочу зазначити, це безумовно прорив. Це, по-перше, прорив. Система Прозора має два аспекти. Один аспект – це інформування про те, що взагалі проходить відбувається із закупівлями. А з іншого боку, це там механізм, щоб знайти найбільш вигідного постачальника. От щодо такий цікавий, інтересний прецедент щодо інформування. У нас від 50 до 200 тисяч, зазвичай підприємства та організації, які проводять торги, вони заключають прямі договори, а потім просто вони зобов'язані у Прозоро викласти інформацію, з ким вони ці договори підписують. І мені телефонує мій знайомий і кричить, тут таке вийшло, там Молчанов написав про мене, що я якийсь мошенник. Там станція, Луганська станція медичної допомоги закуповувала ноутбуки, він закупив ноутбуки в Комфі, продав їм з 30% надбавкою, щось вони там домовлялися, не знаю, я цього не буду коментувати, але це просто смішно, це ідіотська схема, там ноутбуки, які там в прямому продажу стоять за 50 тисяч гривень, вони продали за 15. Це вийшло, там хтось із сетєвих хомячків це проаналізував, Молчанов це перепостив і пішло там, понеслося як це, по каналах. От, і він вже телефонує, такий крик, істерика, що робить, я кажу, телефонуємо срочно завтра, ви з ними знову там відкатуєте цей договір, вони переподписують, чи до угоду, і повертають у бюджет 30%. Це ж позитив. Це факт, і такі факти сьогодні є. Це потрібно теж у цьому. Не тільки погані є сторони сьогодні у Прозоро. Ні, ніхто не каже, що Прозоро погано само по собі. Ми взагалі кажемо про те, що робити для того, щоб та задумка, яка була вкладена на початку у цю систему, вона працювала. Я бачу, адже ось декілька прикладів. Колега пише, на велику систему уклали угоду з Укртелекомом. Укртелеком пообіцяв просто такі фантастичні умови, що взагалі жодний провайдер не може їх забезпечити. І там нові лінії, і те, все гаразд. Все, укладаємо. По-перше, там, я ж кажу, система велика по усіх областях, по-друге, нібито, серйозні люди прийшли, тільки вони радісно потерли руки, все. Ось завтра у нас просто починається рай на землі. Їм починає телефонувати, так, за це ви маєте доплатити стільки, це у нас взагалі щось у вас тут не зрозуміло, це окремим пунктом, тут це коштує не стільки, а стільки. Каже, та почекайте, та ось ми стільки-тільки ось вчора розмовляли з цими людьми. Ми, а хто це такі взагалі? Вони вже звільнилися. І все. Згадайте, угода нібито укладена. І інтернет потрібен сьогодні. Інша історія. Згадайте, як у нас виграла тендер на прямі ефіри у Миколаївській міській раді, виграла тендер фірма, яка взагалі не мала у Миколаєві ані компанії, ані якоїсь техніки, взагалі нічого. Тобто, якась київська фірма, тобто люди вийшли з демпінговими цінами на тендер, причому, як казали, що вони взагалі по різних областях це робили, і просто вбили цей лот. Олександр Євгенович перед початком програми розповідав дуже цікаву історію. Я думаю, що він сам розповість, як він закуповував наркотики для своєї лікарні. Тобто, проблема недоброчесних учасників, проблема того, що не існує справді якихось чорних списків, про які казали, бо а якщо їх туди записувати, то хто взагалі працюватиме? Вона справді поплюжить добру ідею. І я думаю, що такі програми, вони потрібні, зокрема, і для того, щоб справді ось ці болісні точки знаходити та якось їх лікувати. Будь ласка, Валентин Анатолійович хотів, і потім я тут що додати, так? Будь ласка. Раз уж ми перейшли к вопросу обсуждения предложений, то я би хотів відмітити із сфери
мебельной легкой промышленности, которую я имею честь здесь представлять, то, что тендерные предложения абсолютно составлены неграмотно и некорректно. То есть нет описания детального ни материалов, ни комплектующих, что, соответственно, приводит к тому, что ценовые предложения часто звучат просто в разы меньше, чем стоимость материалов на готовую продукцию. Так как предложение, я думаю, что опыт развитых европейских стран, где, например, средним профессиональным образованием опекается исключительно профильное объединение предпринимательские. Государство вообще отошло от вопросов создавать рабочие места, вернее, обучать специалистов в среднеспециальных и специальных системах. Этим занимаются объединения предпринимателей, которые сами вырабатывают свои стандарты работы. Если бы в системе Прозора были привлечены эксперты отраслевые, если бы они, создавая свой пул экспертный, формировали правильно требования компетентные, то качество и эффективность системы значительно бы повысилось. И это нужно было бы вести подобную экспертную раду конкретно по отраслевым направлениям и только так. Именно поэтому система не может быть достаточно совершенной, потому что у нас отсутствуют подобные профессиональные объединения. А если взять малый и средний бизнес, то еще и существует жесткая конкуренция, отсутствие понятия соконкуренции влечет к тому, что предприниматели закрываются, прячутся друг от друга, ну, как и от государства, собственно. Но это тема, наверное, другой передачи. Ну, я должен сказать, что, в общем-то, проблема заключается еще и в том, что, в принципе, существует еще и сговор зачастую продавца и покупателя. И это тоже, в принципе, очевидно. В общем-то, как бы напрямую доказать невозможно, нет ни одного уголовного дела, но по косвенным признакам, ну вот Александр Евгеньевич, как доктор скажет, да, существует определение диагноза по аналогии, да, то есть если совокупность симптомов указывает на то, что возможно это заболевание, то можно говорить о том, что оно есть. Если совокупность признаков вот по этому самому, по этой сделке указывает на то, что там есть элемент коррупции, вполне возможно, что его там следует искать. С другой стороны, есть еще одна странная вещь. Чрезмерная, так, то, что называется чрезмерной детализацией, считается дискриминацией, и поэтому нельзя, например, было указать, что фирма, что телекомпания должна иметь свои производственные мощности, скажем, в Николаеве, потому что это было бы дискриминация по территориальному еще признаку. На улице такое-то. Да. Ну, допустим, ладно, но если бы это была студия продакшн, которая делала бы сюжеты, не вопрос. Но когда студия из Киева, не имеющая никаких возможностей, предлагает обеспечение прямых эфиров, причем по демпинговым ценам, то возникает вопрос, что могло произойти и как. А как детализировать, если единственным показателем является не качество, а цена? Пожалуйста, Илья. І потім Саша. Якщо ми вже перейшли до питання, ну, так званого зговору, то хотілося б сказати, що також я тут в даному чомусь сьогодні адвокатом системи Прозоро, але я хочу навести приклад торгів, які от должны пройти, мені здається, в понеділок. Це капітальний ремонт частини приміщень сільського будинку культури в селі Кам'янка на 4,5 мільйони. Там у тендерної документації була така вимога, це досвід реконструкції об'єктів соціальної сфери. Що у свою чергу, ну як на мене, це точно дискримінаційний фактор, бо ну навіщо будівельній компанії мати саме досвід саме соціальної сфери, чому не якоїсь іншої? І треба зазначити, що якась компанія, яка ну мабуть збирається приймати участь у цьому тендері, і також ще багато інших написала зауваження, і це було виправлено. І ця доступність, ця прозорість системи Прозоро, вона дійсно є. Але тут хотів би, якщо ми вже кажемо про будівельні послуги, хочу зазначити, що також будівельні послуги, вони повністю регламентуються державними будівельними нормами. А державні будівельні норми сьогодні такі ідіотські, я інших слов підібрати не можу, це просто жах якийсь. Ну, наприклад, на сьогодні місто по капітальному будівництву затвердило середню заробітну плату по будівельних послугах 5400, а в області, 5200, так, а в області вони 3400, я хочу зазначити, це при мінімальній зарплаті 3200 у будівельника повинно бути
3400, ну це просто неможливо. Це мінімальне. А? Мінімальне. Ну, так, але всі розрахунки ведуться саме по цих. А більш того, рентабельність компанії, яка надає послуги, тут увага, 2%, 2,75%. Покажіть, будь ласка, компанію, яка може працювати на такій рентабельності, при тому, що дуже багато витрат закласти неможливо. До цього, до чого це приводить? Це приводить до зменшення якості тих матеріалів, які закладаються у цю... Отже, це взагалі, ну, якби система Прозора не торкається, тому що це державні будівельні норми. Але так виходить, що саме із-за того, що, я, що закладуються через державні будівельні норми розрахунки вартості послуг будівельних, тому ці послуги сьогодні, в принципі, якісно надаватись не можуть. Або можуть бути якісь там сховані роботи там, і так далі, і так далі. Це теж треба, це, про це теж треба говорити, що не тільки проблеми є системи Прозоро, а взагалі все, що зв'язано із державними закупівлями. Зрозуміло. Ось тут нас дивляться і пишуть, Прозоро, в Прозоро є типові специфікації, якщо б тупіці, ще їм і пользувались. От Прозоро і видні симптоми. Олександр Ухмановський, пожалуйста. Мы послушали с точки зрения вот предпринимателей. Я хотел бы вернуть шар все-таки нашим гостям, потому что то эксперты слишком много говорят. То есть с точки зрения предпринимателя, вот я слышу, что в принципе, да, мы одобряем. То есть с некоторыми коррекциями. Я хотел бы обратиться вот к специалисту по проведению тендеров и как пользователю, да, покупателю, причем серьезному. Все-таки давайте вернемся от эмоций, откинем вот дебильную государственную систему, дебильное казначейство с невозможностью, например, предоплату сделать и так далее. Вот откинем, это наша действительность, да, вот эти условия будут при любой системе тендеров, да. Возьмите, возьмем, вот я хочу у вас, вас направить, ну, услышать ваше мнение именно по системе. Возьмем старую бумажную, возьмем эту Прозоро. И хотел бы узнать, есть ли преимущества конкретные, есть ли недостатки конкретные в системе самой? И есть ли, ну, эффект, ну, то есть вот вы сейчас предложите перейти к бумажным, либо же нет. То есть к чему мы приходим? Мы говорим о том, что Прозоро не работает и надо вернуться к бумагам. Либо мы сейчас говорим о том, что Прозоро, да, это класс. Но есть вот такие недостатки, которые нужно, конкретно я хочу, которые нужно устранить желательно вот таким образом. Ну, я думаю, что, наверное, вам слово, да. Спасибо за эти вопросы. Вопросы очень хорошие. Но я немножко так вот вернусь к предыдущим репликам. Да, по существующей ныне законодательству, по старому закону, по новому закону, да, никто не мешает заказчику выписать тендер документации, так называемые антидетниковые застережения. То есть именно абсолютно со всеми согласен, что хороший товар, работа, услуга, она не может быть очень дешевая. И для того, чтобы не сбивали цены, это все можно учитывать в документации. Если заказчик этого не делает, ну, кто ж виноват заказчику? Закон тут ни при чем, это раз. Второе. А и между прочим, в этом случае, я понимаю, конечно, состояние наших дорог, не только Николаевской области, да, но в частности, если взять, допустим, вот одни из последних торгов, которые проводил наш Автодор в конце прошлого года, по дороге Н-11, всем известно, да, так они выписывали уже эти антидемпинговые предостережения, которые касались в целом следующего вопроса, да, что если участник сбивал цену, простите за слово, сбивал, в отдельных случаях они писали более чем на 15%, в других торгах они писали более чем на 18%, да, участник обязан был доказать свою способность выполнить ремонт дороги по этой цене. Если он это не доказывал, предложение просто отклонялось. Это вот на примере того, который породили в том числе в Николаевской области. Второе. Что касается системы Прозоры, по крайней мере, моя субъективная точка зрения, которую уже я нас высказал, то, что эта система дает прозрачность и зрелище, это однозначно. То, что доступность, да. То, что участник получил, простите, изображение больше, но и более, то, что он по-прежнему делает на бумаге, еще плюс должен сканировать, это таки да, достаточно. Но публичность, прозрачность таки да имеет место, потому что самое главное того, что мы не имели по старому закону, это возможности увидеть предложения своих конкурентов, теперь мы это все имеем шанс увидеть, достаточно. Другое дело, достаточно, что в отдельных странах Евросоюза, я не буду говорить, таких стран большинство, меньшинство, достаточно, на электронные торги выносятся, как правило, только те товары, которые можно однозначно описать, то есть типовые товары. Торги на работы и на услуги с электронной системой там не проводятся, потому что в странах Евросоюза, по крайней мере, отдельных, они прекрасно понимают, что оценивать работу либо услугу того же врача, того же учителя по критерию цена – это путь в никуда.
Там учитывается прежде всего цена и качество. У нас качество, как и эффективность использования денег, осталось в стороне. Субъективно это субъективно, я абсолютно согласен со всеми, кто здесь уже высказался по этому поводу. Да, система Прозора, конечно, как инструмент, она отличная. То есть, да, она недоработана. Так сказать. И самая большая недоработка, вот если бы мне предложили, что я хотел бы там сделать, особенно, это прежде всего предложить, чтобы сделать так, чтобы закон все-таки работал. Если брать, допустим, вот за базу те решения антимонопольные, как органы обжалования, особенно, они пишут, особенно, что закон, в принципе, по статье 31 разрешает участникам подавать свои предложения выше ожидаемой стоимости. Но все дело в том, что вот эти вот площадки, они блокируют эту возможность. И сегодня, если участник захочет воспользоваться своим правом, подкрепленным решением антимонопольного, как правильно сказано, показать цену выше, нежели ожидаемая стоимость, площадка эти торги просто-напросто предложением участников на их не пропустит. То есть, и получается, что у нас вот эти вот частные площадки, да, они оказались выше закона. То есть они по своему регламенту просто-напросто блокируют эти вот предложение участника. Достаточно. В целом же Прозора как система, она, конечно, хорошая. Прозрачность она обеспечивает. Достаточно. Да, дело в чиновниках и необходимости заставить все-таки чиновника и не с теми площадками, как инструменты, чтобы дали возможность работать хотя бы этому закону. Если он будет просто-напросто работать, если, по нему можно делать закупки, и эти закупки будут очень хорошего уровня. Правильно я понимаю, что проблема вот в этой в прокладке между компьютером и креслом. Да. Ну, основная проблема. Моя субъективная точка зрения, да. Спасибо. Спасибо. Олександр Євгенович зараз відповідає на питання, потім Андрій. Ну, я хочу сказать, что на самом деле очень много плюсов, да, в системе. Первое, то, что она, ну, скажем так, мобильна, то есть это система, которая не связана с бумажными носителями, и мы можем, как сказали, наблюдать за ходом этого всего процесса, хотя, собственно говоря, по цене, как вы сказали, чужие цены увидим, но здесь, наверное, мы в тендере тоже при открытии торгов тоже ознакомимся с ценами других участников, вот. Хотя мы говорим еще раз, вот, ну, я хочу акцент сделать, мы же с вами говорим о системе, которая была призвана обслуживать допороговые суммы. Да, вот то, что я сейчас услышал, 4 миллиона. Но мне кажется, что это тендерная все-таки цена, а не Прозора. Вот. Все-таки человек должен прийти, видеть глаза. Это очаговая вартость. 4,5 очаговая вартость. Ну понятно, но 4 миллиона это все равно тендерная сумма. Ну и завтра, к примеру, зайдет компания, которая выполняла ремонт какого-то ДК культуры или какого-то детского садика, да, и зайдет, например, компания, которая строила фермы. Здесь я полностью согласен. Почему? Потому что я знаю, что у нас, допустим, при строительстве трампунта был одним из пунктов, это знание, умение и имение лицензии на строительство медицинских учреждений. Ну, у нас специфическая, конечно, отрасль, но тем не менее, я не удивлюсь, если в культуре тоже есть такие нормы. Александр, ну, вот вы, вот смотрите, вы прописали нормы, вот, скажем, вы как заказчик, вы прописали нормы для строителей, да, я не знаю, есть представители строительного бизнеса, да, вы опыт работы в постройке медицинского учреждения. Конечно. Скажите, человек, который построил, к примеру, детский сад, школу или девятиэтажный дом, сможет построить медицинское учреждение? Это вместо меня об этом ответит наличие лицензии. Наличие лицензии, На строительство медицинских учреждений. Нет, ну. нет. Лицензия на строительство медицинских учреждений. Ну, Есть какая-то... Да, действительно есть. Это и поверхности внутренней отделки, какие должны быть санитарно-гигиенические нормы. Там очень много таких нюансов. Я про культуру не скажу, я просто говорю так. Как по мне, вот уже просматривается дискриминация, да, участников? Да, дискриминация. Вот смотрите, естественно. Неправильно, потому что, например, профтехучилище, которое, например, находится у нас в Варванах, выпускает маляров. Он не выпускает маляров медицинских учреждений. Не, боже мой. Каменщики, мы говорим о профессии. Нет, я вот, как представитель предприятия, понятно, могу вам вот сказать. Понятно. Сварщик, он судовой, да? Так вот, если ему заказать, например, судно построить, ну, к примеру, там, нефтерудовоз или же пассажир, то для сварщика... для сварщика это все равно. Важно, как ему руководитель даст задание и прораб. То есть это виды вентиляции. Это поверхности, это углы даже, там, где нельзя 90 градусов сделать угол, они должны знать. Это должно быть прописано в проектах, но человек должен иметь опыт работы с этим. Я считаю, что здесь профессионализм тоже в какой-то области, ну, мере должен присутствовать. Вот. Но мы сейчас не об этом. Я просто говорил, что 4 миллиона – это все-таки тендерная сумма, а не Прозора. Мы говорили о системе, которая призвана
вывести в свет чиновника, работающего с допороговыми суммами. Иногда мы, помните, о чем в начале прозора системы говорили, посчитали, сколько закуплено за тендера и сколько допороговых сумм использовано теми же бюджетными организациями. Так вот, допороговых сумм в совокупности было значительно больше, чем сумма проведенных тендеров. Значит, мы говорим сейчас о маленьких суммах, да, больше 50 тысяч и до пороговых цен. Вот для этой системы, опять-таки, вот у нас государство призвано, ну вот сейчас больше контролировать, да, вот контролировать, еще раз контролировать. Я сторонник все-таки градостроительной теории, которая выражается в том, что если есть тропинка, то не надо ставить полицейского, чтобы там люди не ходили, а обходили по асфальтным дорогам, а проложить там хорошую дорожку. С этой позиции, вот приведем пример, который у нас в государстве уже произошел. Как заставили полицейских не брать взятки, ну, в всяком случае, попытка. Значит, достойная зарплата, 8 тысяч гривен, да? Как в этой связи с учителями, медиками, допустим, бюджетной сферой борются? Говорят, что ай-яй-яй, прокурорам грозят. Значит, это уже неэффективно. Здесь, ну давайте примем опыт тоже стран, скажем так, соседей с Европы. Значит, мы сейчас все ратуем бюджетные учреждения за глобальный бюджет. То есть, если Демьянову, там, другому главному врачу, директору садика, директору школы, дали глобальный бюджет и сказали, вот тебе бюджет до конца года. Захочет горсовет помочь приобрести оборудование, это его дело, захочет, он приобретет. Вот тебе глобальный бюджет, ты в него влезь, будь добр, до конца года. Скажите, будет заинтересованный руководитель, тот, который ну, не собирается до Нового года доработать и свалить куда-то, в том, чтобы он уместился в этот бюджет и эффективно его потратил? Конечно, да. То есть задача создать условия, при которых не хочется чиновнику воровать. Ну, это грубо сказано, но так. Поэтому я, конечно, больше сторонник вот, найти более эффективный способ хозяйствования. В этой системе, если с ней ее сравнивать с тендером, для меня какие важные, я первый начал с чего, говорил уже, это мобильность, еще это сроки, безусловно. Сроки тендера значительно выше, а учитывая, что нам деньги надо дают по итогам 9 месяцев, для меня это выгоднее, конечно, быстро оформить на прозоро то, что необходимо взять. Значит, второй момент такой, что давайте не забывать, да, что из первых трех, по-моему, или пяти участников руководитель любого предприятия может выбрать. Комиссионно, описав проблему, которая есть у предприятия закупщика и значит, продавца, если он не подходит. Мы комиссионно собираемся, решаем, да, вот этот параметр, вот этот нас не устраивает. И что мы делаем? Мы, собственно, поднимаем по лестничке второго продавца. И так до такого, который нам подходит как продавец. При этом все это оформлено комиссионно, подчеркну. Это законно, на законных основаниях. Не есть факт, что первый, которого выбрала система, выиграет торги. Это, безусловно, положительные моменты. То есть, да, если меня сейчас спросили, вот при нынешнем обстоятельствах дел, да, когда у нас нет глобального бюджета, и когда не создан, надо действительно контроль, то, конечно, отказываться от системы прозора нелогично. Вот. Но насчет прокладки я бы сказал так. Ее надо иметь, чтобы она была, эта прокладка, между компьютером и креслом, да. Почему? Потому что, опять-таки, вот я настаиваю на том, что все-таки должен быть кто-то. Есть коллективная ответственность, есть индивидуальная ответственность. Вот в врачебной среде, консилиум, это коллективная ответственность, потому что действительно иногда такие бывают случаи, врачебные ошибки и так далее, ну, то есть сложно. Вот здесь тоже коллективная ответственность, только она здесь не подходит. Здесь нужна индивидуальная ответственность, хотя бы руководителя той электронной площадки, на которых идут торги. Вот тогда я буду двумя руками за продвижение. Спасибо. Ну вот зрители комментируют ваш спор. С одной стороны, дерегуляция нужна, с другой лицензия говорит о том, что подрядчик знает требования. Ну вот, собственно говоря, видите, как бы вас тут примеряют таким образом. Но в любом случае... Пожалуйста. Очень распространено. Ну опять, вот я почему вас хотел спросить, да, в целом система работа, ну, нужна либо не нужна, да? Вот я в целом, ну, понимаю, что нужна. Все, а остальное это уже мы можем обсуждать, да, какие именно детали нужно исправить и каким образом. На Западе очень широко распространена принцип, что есть лицензия, да, либо разрешение на быть государственным поставщиком. Как есть, например, лицензии от военных, да, в любой стране
ты не имеешь права продавать армии, это самое крутое, свою продукцию. И вот эта, например, система, да, позволяет допускать к торгам, ну, не допустить к торгам мошенников, откровенных аферистов. Но опять снова я вспоминаю про то, что мы живем в каком государстве, в какой системе, и каким образом эти лицензии будут получаться. Не обязательно. В Америке по торгам по Афганистану, вы знаете, это самая шумная история была, когда допустили компанию, которая даже не имела офиса своего. Ну. Вот я хотел бы вот в продолжение того, что сказал Александр, по поводу военной лицензии. С 17 года, к сожалению, у нас, и я считаю, что это большая ошибка, на ремонт военной техники лицензия не нужна. То бишь, на сегодня любой желающий, имея желание, даже не говоря о материальной базе, может ремонтировать военную технику. В частности, заниматься военным судоремонтом. Так вот, в этой связи я хотел бы еще обратить на такое внимание, что вот я анализировал там наших соседей, вот, и смотрел, что вот не могу найти ни в одной стране, где можно увидеть состояние дел, в каком состоянии технический флот государства. Только у нас можно зайти в интернет и четко посмотреть, какие суда, за какие деньги, военные, я имею в виду военные, за какие деньги ремонтируются, на какой срок стоят они в ремонт. То есть это, как по мне, это очень большая стратегическая ошибка. Вот именно то, что вы говорите о публичности, которая сейчас на данном этапе, вот, она как бы нам играет в минус. Потому что все, что касается военной, тем более в состоянии таком, в котором находимся мы, оно должно быть закрыто. И лицензия на ремонт военной техники, она должна обязательно быть. Эти работы должны выполнять предприятия соответствующим уровнем подготовки, соответствующими там, контртеррористическими мерами, и, там, контрразведки и так далее. И если можно, с вашего позволения, вот в начале передачи был сюжет о том, что компания большая, такая как Ленинская кузня, выигрывает, к примеру, тендер на ремонт нашего флагмана. Так вот, хотелось бы отметить, что, да, там вот, по-моему, кто-то писал о том, что там два участника было или три участника. Чтобы выполнить ремонт такого объекта, ну, 1,61 завода и название завода мало. И мы должны понимать, что если люди, ну, все-таки, не хочу сейчас там говорить о политике и там какие-то политические вещи, но если проанализировать, а я никогда до последних событий никогда не особо не обращал внимания, чем занимается Ленинская кузня, но за последнее время, это я беру там лет 10, Ленинская кузня определенные работы для Министерства обороны, в частности военно-морских сил, делала. И больше, чем, например, любая из наших верфей, которая находится в Николаеве. Да, это проблема для нас, это не проблема Ленинской кузни, это проблема наша, это проблема нашего города, о том, что, к сожалению, наши мощности на сегодня не могут разместить этот заказ. Ну, надо сказать, что Сергей, наверное, был единственным человеком в этой студии, но я имею в виду не студию «Контраргумент», а вообще студию телеканала «Николаев», который честно сказал, давайте закончим фантазию на тему о том, что в Николаеве возможно возрождение судостроения. В том масштабе, в котором оно было, забудьте. Этого не может быть никогда. И я думаю, что вот эти вот разговоры, они часто на самом деле являются спекуляциями, апелляциями, знаете, к каким-то ностальгическим эмоциям и так далее. Действительно, нужно исходить из реалий, из тех реалий, о которых говорит Сергей. Спасибо, наконец-то, Андрей Ермолаев. Вот.
тут, получается, звучат некоторые жалобы, но мне кажется, вот видите, они больше относятся к таким сложным услуги, работы. Да, вот на простые товары, для которых не исключено, что вначале и задумывалось Прозора, бумага, констовары, оно эффективно и даже очень эффективно. Возможно, как бы создатели системы прислушаются, будут улучшать систему, возможно, для услуг и работ они уберут. То есть, как бы сейчас единственным критерием является цена. Возможно, будут введены еще какие-то критерии. Возможно, сделают какие-то, вот кто отказался или там не выполнил условия, возможно, какие-то штрафные баллы, чтобы вот действительно комиссионно как-то это все решать. То есть однозначно систему надо дорабатывать. Но уже там в самом названии Прозора звучит в то, что это должно быть прозрачно, должно быть доступно. И с внедрением этой системы, ну вот, огромное количество было журналистских публикаций, огромное количество которых подняли неэффективность использования бюджетных средств, в том числе и по городу, в том числе и по нашим там департаментам. И это заставляет, как бы, я думаю, заставит всех распорядителей средств задуматься и улучшать работу, оно однозначно приведет к улучшению качества закупки. И еще такой момент, что, скорее всего, очень, когда составляется на сложные работы услуги вот тендерное предложение, не исключено, что нету грамотных специалистов. То есть, если услуга сложная, раньше там, там есть подрядчик, у него пусть голова болит, мы платим деньги, пусть делает красиво. То сейчас, чтобы вот отсеять мошенников и вот недобросовестных, и просто там людей без опыта, то надо больше, конечно, работ проводить у самого заказчика, чтобы более качественно было сформулировано предложение. Спасибо. Одну секундочку. Я вот просто, чтобы не потерять эту мысль, хочу сказать, что у нас не зря присутствует заместитель директора департамента ЖКХ. Вот в том, о чем говорит Андрей Ермолаев, кстати, он с недавнего времени, буквально там два дня, как у нас директор департамента по борьбе с коррупцией, я думаю, он знает, о чем он говорит в данном случае. Как раз вот есть ярчайший пример того, как именно благодаря тендеру, благодаря системе Прозора, работы, которые до недавнего времени оценивали 4 миллиона, если не ошибаюсь, там около 4900, по-моему. Теперь, ну, если все будет нормально, если действительно заказчик, то есть исполнитель, который взялся за эту сумму работы, действительно все сделает честно, могут быть выполнены за 199 тысяч, если я не ошибаюсь. Давайте посмотрим этот сюжет, а потом вы это прокомментируете. Пожалуйста. Наприкінці 2015 року в кількох місцях Миколаєва було встановлено так звані термочаші. По суті, великі гошики для квітів, які прикрашають зовнішність міста. Власне, рослини там з'явились навесні минулого року. Пересічних миколаївців цікавить лише естетика, і мало хто замислюється над тим, як відбувається процес посадки і догляду за квітами, і скільки це коштує. Очищення міста та його благоустрій в зоні компетентності управління екології департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Саме вони складають технічну документацію та проводять тендери на обслуговування квітників, в тому числі. Минулого року проводились єдині торги, переможець яких мав доглядати і за клумбами, і за рослинами в термочашах. Останніх, до речі, встановлено 110 – від посадки до прибирання сміття восени. Втім, за певних причин в році поточному вирішили провести окремий тендер на обслуговування термочаш і рослин в них. Якщо брати договір минулого року, так він включений, там всі позиції – літніки, многолітніки, термочаші. В минулому році состоялись торги на 3 618 129 гривень. Но так як у нас фактично було виділено менше грошей, то договір сам був заключений на 2 920 тисяч. Это в целом на весь вид работ, летники, многолетники, цветники, цветы в вазах и в термочашах, в общем комплексе. Это порядка 5550 метров квадратных летники и 3750 метров квадратных это многолетники составили. Термочаши, они считаются не столько по площади, сколько по количеству, ну просто вазонов. Фактично послуг надано на 2 мільйони 60 тисяч гривень. З них на термочаші витрачено понад 40 тисяч. Це і вартість розсади, і догляд за рослинами. Втім, очікуваного ефекту від нових для міста прикрас не отримали. В термочашах цветы должны были изначально в мае месяце, когда они высаживались, они уже должны были иметь длину стебля не менее 40 сантиметров, иметь уже сформировавшуюся корневую систему и иметь уже порядка 5-7 бутонов.
Необхідного вигляду рослини отримали лише всередині вересня, незадовго до того, як їх мали вже прибирати з вазунів. Тож закладення насіння має відбуватись ще в січні, аби до травня це була вже повноцінна рослина, а не розсада. А відтак тендер треба проводити не на початку року, а щонайменше з середини осені, аби переможець був відомим у грудні і міг готувати матеріали заздалегідь. Ну, так як у нас бюджет приймається, и соответственно, что доводится до распорядителя денег в конце января, то мы этого сделать не можем. А конец января тоже поздно. В цьому році торги відбувались протягом перших двох місяців. Розрахунки для тендеру приблизні. На них вплинули і підвищення мінімальної заробітної платні, і збільшення тарифів на воду, електрику тощо. Крім того, вартість розсади і дорослої рослини відрізняється суттєво. Одна з умов для претендентів, аби квіти до термочаш були висаджені вже сформованими повністю. Промоніторив стоїмость цвітника, ну такого цвітка одного, он на конец прошлого года стоил от 150 до 200 гривен. Один. Это не рассада, это взрослый цветок, такой, какой мы хотим видеть уже в термочаше. И если прикидывать количество цветов, вот у нас идет 1020 штук, да, вот средне брать по 200 гривен цветок, это уже получается порядка 130 тысяч. Принимая во внимание затраты, которые будут идти по транспорту, по воде, учитывая, что у нас подорожала вода, с 1 апреля она еще больше подорожает, и какие будут по стоимости на выходе, и зарплата минимальная повысилась, какие будут на выходе, какая будет стоимость цветка на выходе, я даже не могу ничего предположить. Но то, что у нас вышел победитель на сегодняшний день, это Бутуков Инна Николаевна, она будет предоставлять нам эти услуги, мы посмотрим по этому году, и что она согласилась на 199 тысяч предоставить эти услуги. Учасників торгів було шестеро, і перемогла в цих перегонах Інна Бутук, яка погодилась обслуговувати термочаші і рослини в них за 199 тисяч гривень. Власне, що і відповідає самому поняттю тендер – надати максимум ефективних послуг за мінімальну ціну. Та чи впорається підприємство, подивимось вже у травні, коли рослини за задумом мають почати квітіння. Ну вот, я думаю, что теперь, наверное, вам и карты в руки. Пожалуйста, прокомментируйте, насколько есть надежда на то, что при таком, ну просто фантастическом разрыве в заявленной цене изначально и в том, что сейчас предлагается, все-таки будут выполнены работы должным образом. Ну, во-первых, хочу сказать, что заявленная цена была, чекана вартість была не 4 миллиона, а 800 тысяч. Угу. То есть это гораздо меньше. Ну, по итогам проведенного аукциона было 6 участников. Каждый торговался и хотел выиграть, естественно. И минимальная цена была 199 тысяч. Это физическая особа предприемец Бутук. Если сравнивать ее с юридическими лицами, например, у нее меньше затрат идет на уплату налогов, на содержание офисов, штата сотрудников. То есть про качество, эффективность використання коштів можемо судити тільки в кінці року, коли цвіти будуть висаджені, як вони будуть ухаживати, вона буде за ними. Тільки після цього можна робити якісь результати і ефективність теж прозора, як воно відбувається у нас. Спасибо большое. Да, так, конечно. Я бы хотел бы задать вам вопрос. Насколько я знаю, что данный предприниматель выиграл тендер на уборку двух мостов, Варваровского и нашего Ингульского, да? И на сегодняшний день, насколько я видел, то мосты не в очень хорошем состоянии находятся. То есть сегодня уже можно говорить о том, что предприниматель, выигравший тендер, проводит некачественное выполнение своих работ. То есть самая низкая цена еще не гарантия качества эффективного использования денег. Договор на сегодняшний момент подписан на уборку мостов. То есть работа тендерного комитета и вот системы прозора на этом закончилась, что договор подписан. А уже дальнейшие действия... Договор выполняется сейчас? Договор выполняется или нет, потому что это не работа уже тендерного комитета. Это уже профильного управления. Профильного управления. То есть вы хотите сказать о
том, что профильное управление, которое обязано сегодня наблюдать за выполнением договора, увидит, заактирует невыполнение работ, то есть может подавать о том, чтобы признать этот договор недействительным. Нарушение договора, штрафные санкции может подавать, да, в суд, конечно. Спасибо большое. Ну, то есть, если договор будет разорван, нам придется проводить уже новый тендер. Новый тендер. То есть по системе вы не сможете вернуться к тому предыдущему участнику, который там дал цену чуть выше, чем дал данный предыдущий. К сожалению, нет. К сожалению, новый, нужно будет проводить тендер. Да. Опять-таки новые торги, да, новые, полностью. Новые. И новый срок. И как бы, да, опять и будет мусор просто лежать. Буквально... Пожалуйста, да, и потом все-таки, чтобы Влад закончил. Ну, да, я вижу всех, пожалуйста. Вот на примере, скажем, 800 тысяч и 200, да, 199. Тут, понятно, физичная особа предприемец, который наверняка у него маленький штат сотрудников, у него, скорее всего, есть, может быть, одна своя там водовозка или, ну, какой-то материал. Я так понимаю, что рассаду тоже где-то на балконах и так далее. В этих случаях может быть и действующее, потому что норма часа и себестоимость норма часа, стоимость норма часа у физической особы предприятия будет ниже, нежели у ООшника или же у предприятия, потому что я тоже самое сталкивался в таких случаях, когда мне задают вопросы, почему большая верфь, завод не может выиграть, а у тебя получается. Получается только потому, что мы вжимаемся, потому что у меня есть мой заместитель, И на этом и штат ИТР-овцев, мы уже есть девчата, которые занимаются бухгалтерией и экономикой. Налоговая тоже слушает. Налоговая, пожалуйста, мы самые лучшие налогоплательщики. И, собственно, мы конкурентоспособны с большими заводами, потому что стоимость нашего норма часа, она меньше, чем у завода. Поэтому, если маленький объект, вот если дать такой фирме, например, озеленить большую, то это будет провал. А вот маленькие какие-то объекты, ну, 1200 цветов, да, я думаю, что... Ну, вазонов. Да, то это... Ну, при этом они должны зацвести по всему городу. А в мае мы уже увидим это все. Одновременно. Да. Успеет ли физическое лицо охватить этот объем? Вот, кстати, сейчас, секундочку, я вижу вас. Еще одна вот такая информация, как раз вот к вопросу о вот неожиданно выигранных тендерах. Тендер по уходу за Николаевским парком Победы выиграла Очаковское ООО. ООО «Проект Стройсервис Юг» стала победителем в торгах по уходу за парком Победы в Николаевском. В Николаеве в 2017 году организованном департаментом ЖКХ. Об этом говорится в системе электронных закупок «Прозора». В обязанности победителя входит очистка газонов и цветников парка от мусора, подметание дорожек, очистка тротуаров от снега, очистка урн от мусора, формовая обрезка деревьев, их полив, покос газонов и ухаживание за кустарниками. За свои услуги ООО получит 1 339 900 000 гривен, тогда как ожидаемая стоимость на услуги, заявленная организатором, вот откуда 4 миллиона, составляла 4 167 000 гривен. ООО «Проект Стройсервис Юг» зарегистрировано в Очакове. Да. По этому поводу... Ага, пожалуйста, и потом, да. Да-да, вижу, да. Да, значит, дело в том, что эта фирма участвовала и в 2016 году, да, я совершенно правильно говорю. Дело в том, что и в 2016 году эта же фирма выиграла, ну, тендер по парку Победы. Что я хочу сказать? Я неоднократно ставил этот вопрос и перед депутатами, и я, как являюсь заместителем председателя комиссии коммунальной собственности, ЖКХ и благоустройства города Николаева. И поверьте мне, как бы я, ну, те парки и вообще, как бы, ну, очень, как говорится, пристально наблюдаю за теми моментами. То есть по 2016 году, там, кроме как частичной подрезки по проспекту, сейчас уже по проспекту Центрального? Нет, Героев Украины, да, был бывший проспект Героев Сталинграда. По наружной части и несколько урн и скамеек, там практически, ну, как бы работы, да, выполнялись, но за ту сумму, которую они получили в 2016 году, я, насколько помню, она была даже больше, да, порядка более 2 миллионов гривен, да?
А, не было чудо выиграно. Да, она была на больше 2 миллионов гривен, то я вам скажу, за те деньги, которые были выделены, и мною ставился неоднократно вопрос о том, что за те деньги, которые мы выделяем сегодня, и мы не видим той качественной работы и того объема, я вот уже предлагал неоднократно, давайте мы создадим наше коммунальное предприятие «Николаев благоустройство», в котором будет подотчетный директор, которого можно будет вызвать, посмотреть акты, чтобы эти акты не подписывались на колени в управлении ЖКХ. Я знаю, кто их подписывает. Владислав, у вас было собственное коммунальное предприятие, говорю, тоже так, у которого был директором господин Солтис, который теперь в составе депутатской комиссии контролирует работу всех коммунальных предприятий города. Я думаю, что это не лучший способ потратить бюджетные деньги. Ну, я хочу сказать, что одного брать депутата за всю основу, корректно и некомпетентно. Почему? Потому что кроме Солтиса еще в нашей комиссии есть 8 депутатов, которые не возглавляли коммунальное предприятие. Еще у вас был Брек, я помню. Не возглавляли коммунальное предприятие, но вы же видите, история все-таки делает свои выводы и расставляет все по своим местам. Многие не попали в этот созыв. Многие те, кто планировал попасть и планировал дальше грабить город Николаев. То, что касается сегодняшних реалий, я вам скажу, что у нас сегодня больше 200 парков и скверов. Нам их нужно обслуживать. И сегодня разбивать на эти на там 100 или 150 тендеров, один одно выполняет, другой выполняет, это неэффективно. Как и неэффективно сегодня составляют работники департамента ЖКХ те тендерные задания. Если бы в тендерном задании было написано о том, что 2 раза в день убирается парк, там 3 раза в неделю там вывозятся урны, и мы бы могли это зафиксировать, выехать комиссии коллегиально и посмотреть, там пятница там с 13 до 14 будет уборка парка. Приехали туда, там никого нету. Зафиксировали, передали в департамент ЖКХ, раз, второй, на третий раз расторгли договор. Сегодня тендерное задание прописано так, что выигрывают с наименьшей ценой, и потом работы не выполняются. Их невозможно выполнить так, чтобы парк соответствовал сегодня парку. Мало того, я еще хочу заметить, сегодня практически, я в интернете сегодня заметил в Фейсбуке о том, что будет субботник. Вы представляете, насколько сегодня субботник поможет фирме, которая выиграла тендер, на который придет десятки людей со своими перчатками, со своими пакетами, со своими граблями и уберут парк. А фирма в конце месяца подпишет акты, потому что департамент ЖКХ не будет знать, потому что оно в субботу не работает. И оно не поставит 8-ки тем волонтерам, которые придут и будут убирать этот парк. Это тоже сегодня нужно взять за основу. То есть, да, сегодня... 8-ки, это мягко сказано. Да. У нас зачем ходить далеко? У нас есть дворники, которые работают тоже в коммунальных предприятиях, но их видно с 5 утра, в лучшем случае до 9. Потом их не существует на улицах. Есть коммунальное предприятие «Николаев Коммунтранс». Пример предприятия, которое может показать цены относительно частных предприятий. Есть ли в этом толк? Если посчитать на его плечи, я думаю, будет объективный тогда критерий, посмотреть, что эффективнее. Спасибо. У нас Андрей Ермолаев, фактически представитель исполнительной власти, потом Илья Шполянский, а потом по 3 минуты нашим гостям, для того, чтобы вы ответили на все вопросы. Пожалуйста. Не надо создавать новое предприятие. У нас есть отличные КП-парки, почему-то оно обслуживает только парк этот Лиски. Если есть такая задача, депутаты могут передать на баланс этому предприятию все парки, чтобы и финансировать, и чтобы заказчиками работ было это КП-парки, а не департамент ЖКХ. Взять туда специалистов по растениям, мне кажется, я согласен, да, уже готово есть, надо что-то задавать, наверное, было бы эффективнее набрать туда тех, кто там будет... Так, чтобы мы не углублялись в ваш диалог, минута, Владислав Ентин, и потом Илья Шполянский. Коммунальное предприятие «Николаевские парки» — это фактически предприятие, которое находится на балансе управления культуры. Мало того, коммунальное предприятие обслуживает более 40 гектаров земли, потому что это входит туда и озеро, туда и входят очень много зеленых насаждений. И там штат порядка 20 человек. У них кроме как инвентаря и административного здания нету ничего. Поэтому сегодня оно в априори не может обслуживать. Я говорю о том, что сегодня нужно
предприятие коммунальное, на которое мы купим технику. Так что не купить на Николаевской парке, Влад? Я что-то... Дело в том, что для того, чтобы его модернизировать или перевести, его нужно забрать управление культуры, передать управление... Да это все в ваших силах. Ну вы же депутаты, примите решение. Но мы говорим о площади, очень большая площадь, 40 гектаров. Добавьте людей, добавьте техники, увеличьте им площадь. Ну, если... Ладно, я чуть не понимаю. Я хочу сказать, я тоже многих вещей, которые происходят сегодня в исполнительной власти, не понимаю. И сегодня не зря появляются те проблемы, о которых сегодня знают и слышат жители города Николаева, о том, что сегодня все опять же продолжает в ручном режиме, скажем так, работать. И мало того, я хочу показать, я взял на студию с собой протокол из тендера, который проходил на водоканале. Когда в пяти лотах, которые участвовало несколько компаний, выиграла одна и та же фирма, которая была... здесь на втором месте, была и на третьем месте, и по крайней мере все акцепты сделали на ней. Я хочу передать студии, чтобы посмотрели. Это будет темой того, что мы будем на комиссии разбирать этот вопрос, приглашать всех, кто участвовал в этом, в этом тендере. Сегодня уже появилось несколько, я так понимаю, заявлений со стороны тех, кто участвовал, и которые дали наименьшую цену, и сегодня им отказали о том, что нету сертификата качества, но на LED-освещение, которое в Украине не производится, оно по-любому заводится, а завозится сюда. И если оно уже, если участвует в тендере, есть по-любому налогоплательщик, который не может завести в Украину товар, заранее его, на него не получивший сертификат. То есть сегодня по каким причинам были они отклонены и выиграл лотерею. У победителя есть сертификат? Еще раз? У победителя есть сертификат? У всех есть сертификаты, но как получилось так, о том, что написано, что немає сертификату, то есть это будет разбирательством для правоохранительных органов. Я хочу дать, чтобы вы показали, как бы, что сегодня я говорю о том, что сегодня составляются технические задания так, для того, чтобы заранее фирма могла... Да, совершенно верно. То есть мы будем бить на то, что есть сговор в этом тендере, и до конца отрабатывать его, чтобы действительно показать о том, что сегодня есть проблема. То, что площадка «Прозора» — это хорошо, я считаю, это отлично. Отлично, что она есть. Самое главное сегодня доработать со специалистами по техническому заданию и со специалистами, которые будут принимать и подписывать документы, акты выполненных работ, либо получать товар, что он соответствует, и так же самое принимать их по описи, что да, он соответствует, или не соответствует, отклонять. И все-таки дальше двигаться в этом направлении. Спасибо. Илья Шпалянский давно ждал своей очереди, потом звонок зрителя, потом наши эксперты. Пожалуйста. Ну, по-перше, коментар по парку «Перемога». Це, я вважаю, у великому сенсі наша перемога, що в прошлому році і в цьому році були виділені гроші саме на цей парк, бо ми дуже багато приділяли для цього сил, працюючи в ньому безкоштовно. І я вже сьогодні ми направили листи до керівництва компанії, яка виграла тендер, і щодо того, щоб вони нам надали на весь цей рік графік, я вважаю, там наступного тижня ми вже чекаємо на них відповіді, де вони нададуть нам усі графіки, і в нас призначена людина у нашій громадській організації, яка буде, у нас є попередні домовленості з департаментом ЖКХ щодо створення комісії саме по цьому парку, по контролю цього. Неможливо ефективно використовувати систему «Прозоро» без контролю з боку громадськості. А тепер щодо зговору. Наприклад, на цьому тижні компанія «Одесаобленерго» виставила конкурс щодо поліграфічної продукції. Теж там щось там близько 4-4,5 мільйони гривень, не пам'ятаю точно. І там в умовах договору, який буде підписуватись між тим, хто виграє конкурс та компанією-замовником, є такі умови. Розрахунок за виконані послуги від одного дня до півроку. Тобто, якщо виграє Бурковець, наприклад, а він товаришує із керівником, то йому буде розрахунок протягом одного дня. А якщо виграє Шпалянський,
то буде протягом півроку, вибачте, 4 мільйони. Сьогодні, вважаючи на курсову, ну, на курс долара і так далі, ну це просто ніхто по це сьогодні дуже багато таких от таких хитреньких тропочок, якими може пройде керівник установи, і це виключно законодавчо можна обмежувати. Один, а з іншого боку, це висвітленням. І це теж потрібно розуміти. Без того, щоб всі люди сиділи, дивились, переглядали це, як Молчанов там перепостував, це дуже добре. І це дуже, ну, ми в правильному напрямку йдемо. Але, ну, поки що є, мені так здається, це час, це потрібно десь 10 років, коли прозоро буде, дійсно оптиміст. Прозоро. Оптиміст, дякую. Будь ласка, кажіть, ви в ефірі. Вечір. Добрий вечір. Пригласіть, будь ласка, бабушок і дідушок. Їм не треба ні мільйонів, і ні тендера. Не ведуть порядок в парку. Їх контролювати теж не треба. У них є совість. Вони люблять город. І їм потрібна тільки прибавка к пенсії. Спасибо за внимание. Спасибо. Андрей Ермолаев. Не-не-не-не. Вот как представитель исполнительной власти, как борец с коррупцией, который за это зарплату получает. Пожалуйста. Я вспомнил, как висело раньше при Советском Союзе в трамваях, троллейбусах. Совесть лучший контролер. Ну, то есть, я так понимаю, у вас в ваших коридорах власти такие таблички не висят? Без толку, да? Будь ласка, панове по 3 хвилини. Спасибо. Заранее извиняюсь, если 3 минуты не уложусь, постараюсь уложиться, но все-таки. Смотрите, да. Начинаю с термочаш. По порядочку так, чтобы все вопросы закрыть. Да, что касается термочаш, они расположены очень компактно, я просто этот вопрос более детально так изучал, как прежде всего житель Николаева. Да, они расположены по 3 участкам, это 60 чаш из 110, это кольцо автовокзала. Остальные компактно на Каштанный сквер и бульвар адмирала Макарова. То есть расположено очень компактно. Факт наличия воды, в частности, на кольце автовокзала, там вода подведена. И вот это фоб-бутук остается только взять техотделы водоканала, разрешительные документы, сделать врезку, и, по сути дела, водовоз им не надо, если иметь желание. И добро водоканала, соответственно. То есть этот вопрос решается. Не вопрос, конечно, да? Это один вопрос. Второй вопрос, кстати, возможности или невозможности проведения торгов заранее по накладным потребностям. Последние года, минимум с 2011 года, законодательство Украины, подкрепленное решением Конституционного суда, высшего госсуда, подтверждает следующее, что если заказчик делает закупки по накладным потребностям, наоборот, заказчик обязан проводить торги, по крайней мере, он не лишен этого права, проводить торги в конце года прошлого, но вот следующий. И факт наличия бюджета не является обязательной нормой. Просто-напросто пройти договор, в том, кстати, если на договоре эти условия должны быть выписаны. На чековую сумму. Да, это не вопрос. Вот, то есть это все можно и нужно делать. Третье, касательно. Вот этот закон, в том виде, как он есть сегодня, начиная с 1 августа, он, наоборот, содержит все нормы, запрещающие, это последний абзац статьи 2 этого закона, согласно которого приобретать что-либо, не проведя торги, по старому закону было запрещено просто подписывать договора, не проведя торги. А по новому закону покупать что-либо, и товар, работу, услуги, не проведя торги, запрещено законом. То есть, по сути дела, если по той же, допустим, коммуналке, те же лекарства, те же продукты питания, чиновник по состоянию на 1 января не будет иметь договора, то купить что-либо, допустим, ту же, те же киловатты, те же калории с 1 января, он же права не имеет. То есть, наоборот, надо проводить торги до того, то есть до 31 декабря включительно, и не позже того. Это третий вопрос с этим. Что касается Парка Победы и парка вообще в целом, кстати. Если брать за базу соседние с нами областя, допустим, ту же Херсонскую область, да, и так вот перейти, допустим, вот как там втягивает вот этот процесс, в хорошем смысле слова, тех же бабушек-дедушек, кстати, ну, может быть, отдельный ФОП, может быть, бабушек-дедушек, кстати. Они просто-напросто по подобным объектам, они дают право часто подавать пропозиции по так называемым частям, либо лотам. Выделяет, допустим, по обеспечению питания каждый отдельный садик либо школу, по уборке площадей и сквера, допустим, каждый отдельный парк. То есть, если предприниматель или с этого же ФОПа в состоянии взять на себя один парк и обслуживать его, пускай берет и делает. То есть, вот так они создают. То есть, они не пытаются это все, допустим, те же наши соседи. Да? Они пытаются сделать это все контроль, так сказать. Что касается контроля, если брать за базу отдельные другие заказчики по отдельным областям, тоже в том числе, да, там они, конечно же, помнят, в отличие от, я не хочу укорять, потому что сами люди чиновники, не хочу укорять наших чиновников, в данном случае, кстати, нашего исполкома, потому что я, прежде всего, житель города Николаева, кстати, мне это очень болит, и
с удовольствием бы я был рад, если бы все-таки депутатский корпус откликнулся бы все-таки на эти предложения. По этому поводу я лично, как тренер по этой тематике, обращался и к мэру, и за мэра обращался, то есть на реакции пока никакой нет, бесполезно. Не сумел достучаться, обращаясь к вам как представителям власти, то есть на уровне советов. Так вот, смотрите, пожалуйста, что получается, да, не в укор этой команде, старой команде, новой команде, да, с этим, все дело в том, что я тоже взял с собой эти распечатки, да, с этим, в наших договорах, я не хаю Николаевскую область, и наш город Николаев, потому что я сам житель Николаева, если поверьте на слово, да, но все дело в том, что в наших договорах, в отличие от договоров по отдельным другим регионам, в частности, на те же услуги, у нас, по сути дела, не выписано качество этих вот услуг, как вы правильно сказали, да, это раз, я с этим. Второе, смотрите, на самом деле, вот если, допустим, тоже чайковскую фирму, которая выиграла, обвалив цену, по сути дела, в три раза эту парку победы, это с этим, да, они выиграли, это с этим. Я бы на их месте, допустим, вот я, будучи на их месте, я не боялся бы вот этого общественного контроля почему-то, да, потому что в этом договоре, проект договора, который прикладывается к документации, там не выписана приемка этих услуг по качеству, ясно, да? И если брать наши акты, по которым наши, не только департамент ЖКХ, все остальные принимают условия, действительно, по качеству они не принимаются. Что касается графика, я тоже бы этих график не спрашивал, потому что если взять техническое задание по этому парку победы, вот я в частности взял, да, Рёв? Объемы что принимаются? Нет, послушайте, пожалуйста, чистота принимается в тысячах кубов мусора и снега, и веток, которые должны быть вывезены. Да. В договоре нет понятия чистота. Там нет понятия качества. Да, то есть, да. Галочку поставить. Что касается... Так я же подтверждение вашим словам, да, кстати. Что касается графика, то с этим наборки, тут четко написано, смотри, пожалуйста, да, вот доллар пока еще, насколько я знаю, нет. Я сегодня смотрел про ситуацию. Доллар пока еще не подписан, да, Илю? Сегодня уже, считайте, Марс завершается, так сказать, да, Илю? Что написал заказчик в тех заданиях, да, Илю? Смотрите, читаю пункт первый, допустим, да, Илю? Очищение газонов смятя при средней засмеченности, да, Илю? Единица измерения метров кубических, да, кратность 168 раз до конца года. То есть, по сути дела, парк должен убираться через день. Вот вам весь график. Да. Да. Притом так, через день должна убираться площадь от мусора в объеме 32 с лишним гектара. Через день 32 гектара. При этом, да, с этим интересным является следующее. Если посмотрим документацию по этим торгам, да, получается, площадь Парка Победы 42 гектара ровно. За минусом территории. Я показываю документацию. Да. 42 гектара, так сказать, должны через, уже не соответствует. Через день должна убираться 32 с лишним гектара. Через день. Понял, да, Илю? Трава должна коситься. Вы костровы, когда будет весна, лето, так сказать, пойдет травочка растет. Траву по сезону должны выкатить 5 раз, да, Илю? Притом так, каждый раз должны косить траву на площади 75 гектар за раз. Площадь парка 42 гектара, да, Илю? За раз надо найти место для покоса травы. 75 гектар. С двух сторон, видать. Понял, да, Илю? 5 раз. Вот эти все услуги. Но все дело в том, что в договоре не указана приемка этих услуг по качеству. И понятие качества вообще отсутствует. Качество принимается в кубах мусора, так сказать, на снега, веток, так сказать, которые должны вывести по этому договору до конца года. Сейчас я вам скажу, так быстренько попытаюсь не обмануть вас, в количестве, сейчас, 1034 куба снега, веток и мусора. Понял, да? Вот это все будет мерило качество. А карантинное растение там указано? Вот тут, кстати, зрители спрашивают насчет амброзии. Читаю дословно. Дословно читаю. Вывоз сметя, запятая, снегу, леду, зеленой массы, срезанный гелок. Конец фразы. То есть нет карантинных растений, это снова будут субботники, это будет снова амброзия. Это вот реплики на те вопросы, понял? С какими темпами? Когда у нас в договорах будет выписано понятие качества, вот допустим, вот в виде примера, вот перед началом передачи, то есть я приводил в виде примера, не в виде образца, в виде примера, допустим, да, вот, как проводили торги и проводят, по крайней мере, последние торги, первые я видел из этих торгов по 2012 году, последние торги я видел по факту, по 2015 или 2016 года, точно, по крайней мере, допустим, вот как проводили торги, я не идеализирую никого, ни в коем разе, но в частности, по аэропорту Борисполь. Если посмотреть, допустим, там, как они выписывали, допустим, а там выписывали торги по услугам, так сказать, и внутренние помещения, и газоны, и территория по аэропорту Борисполь, по разным терминалам, и Д, и Ф терминалы, да, там они вплоть до того, что они выписывали, во-первых, порядок приемки этих услуг, штрафные санкции за плохо оказанные услуги, да, а также паспорта рабочих мест,
по всем этим объектам. Так вот так будет. Если бы у нас захотели бы это сделать, вплоть до того, что взяли за аналог, не за образец, нет, ни в коем разе, на асфальте своей головы Николаев. И как это все сделать, можно, в принципе, все реализовать. И если у депутатского корпуса, в частности, города Николаева, будет желание, я готов, по крайней мере, как тренер по тематике, приложить максимум своих усилий. Желание огромное Дорогой есть. Душой. Желание огромное есть, но у нас сегодня проблема в тех людях, которые подписывают акты выполненных работ. И я вам скажу, это не секрет, мы сегодня видим разбитые дороги по всем районам. Да. При том, что есть технадзор, который подписывает. Мною было озвучено о том, что наш технадзор, который живет в Николаеве и принимает дороги, там бабушка какая-то там лет под 70, еще там непонятно кто, я сказал, что мы должны заключить договор с научно-исследовательским институтом киевским, который, да, будет делегировать людей, которые будут принимать объемы работ, которые сегодня ездят, принимают по трассам международного значения. Все! Да, мы заплатим дороже, вопросов никаких нету. Пусть это будет 1 000 000 гривен, а не 500 или 600 тысяч гривен. То есть мы заплатим 1 000 000, но зато нам институт не даст возможность на территории города сделать халтуру. Потому что вы сами видели, сегодня так же самое ездит машина ЭЛО «Автодорог» и засыпает старым асфальтом, который сняли в том году, ямы. Но это же 21 век на дворе. Мы более 70 миллионов в том году потратили на дороги. Где дороги? Ну, и вся проблема. Я хочу сказать, что на самом деле депутатский корпус все эти вещи может решить. Он может публично ничего потребовать снять. Ярослав, ничего не может. Эти 5 человек делают погоду для всего 500 000 города. И человек подтвердит. Какие 5 человек конкретно? 5 человек это те, которые кто? Являются по-фамильно? Технадзором. Кто у нас технадзор? Там? Чуб, 5 человек, которые принимают это безобразие. Это безобразие. Он не бесплатно работает, технадзор. Да. Технадзор, да. Получается, последнее, да. Я не помню. Хорошо, как, да? Так, я понял, спасибо. Ну, у нас, как обычно, к концу передачи разговорились. Такими активными были бы в начале. Я думаю, что после выступления господина Дворниченко будет честно, если по 5 минут получат наши эксперты. Мы приближаемся к концу программы. Есть еще один непосмотренный сюжет. Пожалуйста, по 5 минут, если хотите, используйте. Если не хотите, сэкономите. Вадик, я сейчас вижу. Потом еще один сюжет и выходим на ходу. Пожалуйста, Александр Евгеньевич. Ну, я хочу сказать, что все-таки прозоро, я повторю свои слова, в тех обстоятельствах, в которых мы сейчас живем, оно необходимо, да. Но хочу сказать, что сейчас есть проблемы не только у потребителей услуг и продуктов, но, к сожалению, есть проблемы, которые не зависят ни от продавца, не от покупателя. Это касается бюджетных организаций. К сожалению, мы можем провести тендер, можем провести процедуру на электронной площадке, и при этом потом вступает в силу такая вот компетентная организация, как казначейство. И, к сожалению, на сегодняшний момент провести своевременный тендер у бюджетных организаций очень маленькая возможность из-за того, что очень многие фирмы отказываются от участия в торгах бюджетных. Это связано с несвоевременными платежами, это связано с, как им понимается, не совсем с отсутствием доверия руководителям, а руководитель здесь полный заложник казначейской службы, к сожалению. У казначейства есть свои плюсы, безусловно, благодаря казначейству финспекция в учреждение бюджетное заходить может не заходить, потому что пропустить через казначейство платеж, который не подтвержден документально, практически невозможно. Но стоит это нам этого примерно 1.5-2 недели задержки в лучшем случае проплат. А по крупным платежам, да, иногда это зависит от того, как нам поступят деньги по решениям сессий, которые иногда не своевременно проходят. То есть масса есть причин, которые задерживают оплату бюджетных организаций. Вот с этой позиции, конечно, хотелось бы обратиться к предприятиям, к бизнесу, все-таки идти навстречу бюджетным организациям. Я понимаю, что период переломный, период перемен, тяжело всем, и нам в том числе. Поэтому оставить без тендера, мы сейчас
под большим риском некоторые лоты по медикаментам, без которых не могут наши пациенты нормально выздоравливать, а фирмы не выходят на тендера. Есть проблема с лицензированием некоторых продуктов, до сих пор не получили, допустим, ценовые, да, вы знаете, что на медикаменты сначала цена озвучивается, заносится медикамент в реестр, а потом только он может участвовать в тендере. То же самое, есть масса медикаментов, которые не прошли вот свое ценообразование там наверху. Ну, надо помочь в этом плане, и я думаю, что система Прозора, да, она не, ну, не в состоянии все-таки вот обслуживать те большие объемы на большие суммы денег, но тем не менее, просьба большая такая поверить бюджету, это не только к николаевскому бизнесу, я могу обратиться к любому бизнесу на Украине, фармбизнесу прежде всего, все-таки понять, как говорится, понять и простить, да, но в данном случае... Очень большая просьба и казначейству максимально сприяти, и депутатскому корпусу максимально сприяти тим тендерам, які проводять бюджетні організації, лікувальні заклади, бюджетної сфери. Ну, а в целом, по сегодняшним высказываниям для себя должен сделать вывод, противников у Прозора нету. Есть сторонники, ее улучшить. Как у нас сейчас взагалі часто використовують, кажуть, система потребує покращення. Дякую. Одну хвилиночку, Володимир Борисович, будь ласка. Зараз. Неоднократно на сегодня уже звучала фраза, что основным критерием победы на торгах является цена. Ну и вот Андрей коснулся темы констовара и бумага. Посмотрите, что получается на нашем рынке в результате работы вот этого представления, что критерий – это основная цена. За эти предыдущие три года количество операторов компаний местных, региональных в Херсоне и в Николаеве, которые занимаются поставками констоваров, бумаги, оказания аутсорсинговых услуг для бюджетной сферы, сократилось вдвое. И перспективы на ближайший 2017 год, что останется, по крайней мере, в Николаеве вообще одна компания, они становятся неконкурентоспособны перед крупными импортерами из Киева, Днепропетровска и Харькова. Это три компании, которые полноценно контролируют и действительно реально держат рынок. И они выставляют свои предложения на бюджетные организации, которые, само собой разумеется, покупают эти услуги. Но структуры, которые работали в Николаеве, где работали десятки людей, оказываются не у дел по одной простой причине. Основной критерий – это ценообразование. Поэтому, конечно же, предприниматели работают, ведут свой бизнес, свой собственный страх и риск. Они десятилетия нарабатывали эти отношения с бюджетными организациями. А бюджет – это где-то около 50% оборота сегодня у подобного бизнеса был. Теперь они вынуждены потерять этот рынок. Они будут искать себе какую-то работу, какие-то новые критерии. Но по большому счету действительно можно говорить, что благодаря тому, что вот мы относимся так к Прозоро, если мы будем ее дорабатывать, представить себе, что там появится еще такой критерий, как качество, может быть, появится ли критерий региональность, что действительно компания из Киева не будет через Новую почту поставлять в больницу бумагу, а будет больница покупать прежде всего регионального, у региональной компании. В это я совершенно не верю. Значит, опять-таки у нас произойдет определенный перекос рынка в удел крупным структурам, которые относятся прежде всего к олигархическому капиталу. То есть, что это? Продолжение политики уничтожения малого и среднего бизнеса. Увы, но это факты. Володимир Борисович, сам того не знаючи, дуже добре підвів до того останнього сюжету, який я дуже хочу зараз показати. Будь ласка, хвилинка вам і потім сюжет. Смотрите, пожалуйста, так я просто легкий комментарий потом буду принять. Законодательство в лице нынешнего закона, оно дает возможность стимулировать в том числе местного предпринимателя. Есть эти варианты. Качество можно и нужно выписывать. Это второе. То есть эти вопросы решаемы в пределах этого закона. Что касается того, примера, то, что вы привели только что, да, Ирёвский? Все дело в том, что в данном случае подключился уже где-то, может, больше года тому назад антимонопольный комитет, и, допустим, вот эти вот субъекты, как, ну, всем известные, по крайней мере, вашим коллегам, как БАД, МАЛЬБА, Украина, вот эти, да, Ирёвский? Вот такие все субъекты, они признаны были антимонопольным комитетом Украины как те субъекты, которые имеют рыночную власть. Ну, и если при конкуренции по факту наличия лицензии субъектов 195, по крайней мере, было на прошлый год,
я всегда верю. Да. То рыночная власть, по факту, признает, там, по-моему, 6 или 7 компаний, ну, вот эти, в том числе, вот эти вот 5, если не. Так вот, стимулировать всех остальных можно в пределах этого закона. Так что, если есть желание, вот я к вам, прежде всего, обращаюсь, к вашей передаче, будет желание, давайте просто обсуждать более точечно. Это все можно решити в пределах даного закону. Ну, у будь-якому випадку, я хочу сказати, що розмова справді досить специфічна, і напевно, що ну це не для програми. Для програми, скоріше так, ви знаєте, виявити якісь такі болеві точки. А ось щодо того, що щодо вашої готовності справді консультувати, допомагати і, так би мовити, спільними зусиллями виробляти якісь моделі, які насправді працюють. Дуже вам дякую за це. Якщо ви скажете, як з вами зв'язатися, то я впевнений, що наших глядачі обов'язково це зроблять. Скажіть, будь ласка, як можна вас знайти? По суті, діло для тих, хто знає мої координати. Я даю, не буду звати свій мобільний телефон. Звоніть, будь ласка, просто якщо зайнят, я прошу просто перезвонити. 066-940. Зараз даст наш режисер. 44-49. Ще раз, будь ласка, 066-940-44. 49. Дякую. Микола Михайлович Дворніченко, експерт з питань державних закупівель. Одна хвилина для Владислава і наш сюжет. Будь ласка. Я, в принципі, хотів как бы, в рамках цього питання, який звучав, скажіть, будь ласка, можна ли, наприклад, після того, як тендер вже состоялся, було прописано технічне завдання, в якому не було вказано сроки, конкретні об'єми і знайшли такі нарушення, можна ли буде доработати, наприклад, дати підрядчику, який виграв тендер, дати акт, щоб вони підписали, для того, щоб розуміти, Изменить условия, да, или же их уточнить. Систематизировать условия вывоза, либо уборки данной территории. Говоря, калькуляцию дать на выполнение. Даю отчет однозначно, да. Дякую. Дякую. Ось це одне з маленьких див, які трапляються у нашій програмі. У складних питаннях завжди можна знайти рішення, якщо є добра воля з обох боків, і якщо є люди, які готові цю волю реалізувати. Будь ласка, дивимося сюжет, ще один сюжет Федора Бондара. Володимир Борисович дуже добре зачепив тему саме регіональних виробників, регіонального бізнесу. Про це Федір Бондар дізнавався у підприємців, які погодилися поговорити на цю тему. Будь ласка. Електронна система публічних закупівель, яка прийшла на зміну паперовим держтендерам. Саме так позиціонує себе Прозорро. Порівняно зі старою практикою «все на папері», організатори конкурсів мали необмежені можливості для маніпуляції з документацією, нова система дійсно стала проривом. Ми освоїли одними з перших і вийшли на ринки в місті Миколаєві в роботу з цією системою. У нас были достаточно неплохие успехи в течение первых 3-4 месяцев работы этой системы, что привело к тому, что я взял кредит и открыл 3 дополнительных рабочих места для того, чтобы активизировать работу именно через эту систему. В итоге, к концу года, мы получили отрицательный результат. 3 рабочих места сокращены, кредит мне приходится отдавать с других направлений деятельности. Причиною, наполягає Костянтин, у тому, що у відкритому доступному конкурсі поруч із представниками малого та середнього бізнесу беруть участь потужні компанії з визнаних ділових центрів України. На даний момент, по моїй статистиці, порядка 80% бюджету, заказів через бюджет уходить вне нашого регіону. Тобто наш регіон не має можливості розвиватися за счет денег, які ми платимо в бюджет з наших же доходів. Тобто це парадокс, як мені кажеться. Промовиста назва «Прозорро» натякає на прозорість та відкритість механізму, гарантію невтручання ззовні. Систему держава начебто не нав'язує, але рекомендує. Відтак, її почали застосовувати майже скрізь, але дедалі частіше зазвучали негативні оцінки. Наприклад, заборонена надмірна деталізація умов тендеру, оскільки це, мовляв, обмежує можливості кандидатів. Але внаслідок цього замовник може отримати геть не те, що хотів, деталі ж не прописані.
не зважають на місце знаходження учасника тендеру. Крім цього, досить часто перемагають ті, хто запропонує демпінгову ціну, взагалі не маючи фізичної здатності виконати замовлення. От сьогодні був тендер в Коростишеві, там кілька тисяч покупалось для бюджету одіял, матрасів. Абсолютно демпінговий побідітель. Тобто, ну, якби всі учасники розуміють, скільки стоїть одеяло или подушка или простынь, и мы понимаем, что за те деньги, которые победили, ну, невозможно сделать качественный продукт. Виникає логічне запитання, в чому сенс зниження ціни, якщо виконати замовлення за суму, яку ви пропонуєте, неможливо. Задача убить добросовісного производителя, я думаю, это фирма, которая, ну, как бы существующая, но на самом деле не являющаяся производителем таковой продукции. Они убивают конкурентного производителя, и потом организатор тендера уже решает, кто будет для него более приемлем как победитель. Розчарованих системою, здається, сьогодні стає все більше. Не надто оптимістично звучать і оцінки поважних державних структур. У звіті Рахункової палати про результати аналізу стану державних закупівель в Україні у 2015-2016 роках констатується, запровадження електронної системи закупівель не забезпечило системних змін динаміки поліпшення стану конкретності у цій сфері, оскільки електронна система є лише прозорим інструментом під час проведення замовниками процедур. Існування у законодавстві правових норм, які виводять з-під дії закону цілі ринки товарів і послуг, можливість застосування неконкурентної процедури закупівель не як виняток, а за правилом нагальної необхідності, спотворює конкурентне середовище та негативно впливає на динаміку відкритих торгів, а отже не сприяє ефективному використанню державних коштів у цій сфері. Кінець цитати. А сьогодні об'явлений тендер в Донецькій області на більше мільйон гривень одіял з бамбукового волокна. Ну, як би в країні війна, що таке бамбукове волокно, я, производящий цю продукцію, не знаю і не бачив. Оно есть такое бамбуковое волокно, но позволить себе покупать на огромные деньги продукцию, которая стоит там несколько десятков раз дороже, чем обычная, это как бы это безобразие. Ну, то есть прозора это уже не прозора. В целом, система прозора как задумка является шагом вперед, но ее реализация, непродумывание рисков для экономики, для малого и среднего бизнеса приводит к тому, что она работает на глобализацию, монополизацию и выставляет преимущества наиболее прогрессивные регионы, наиболее крупные компании, вот, и совершенно не дает никаких гарантий и возможностей для получения заказов из бюджета для мелких и средних компаний региональных, особливо в депресивних регіонах, до яких відноситься теж наш. А взагалі, експерти зазначають, система має доволі багато налаштувань та всіляких опцій. Замовник може встановити антидемпінгові запобіжні умови. Щоправда, з іншого боку, може радикально підвищити суму договору вже після тендеру, на підставі довідок, звернень та інших документів від виконавця. Це класичний варіант змови, якщо замовник та один з кандидатів на тендерах про все домовилися заздалегідь. Начебто такі дії замовника незаконні, але обвинувачених і засуджених з такого приводу, принаймні на Миколаївщині, кажуть, нема. Дякую. Я прошу прощення, Радік озвучив 1 мільйон бамбукових одіял в Донецькій області. Когда вот Федор сейчас говорил о договоренностях предварительных между одной и другой стороной, вдумайтесь, 1 миллион одеял из бамбука. Это вообще объем, это на всю страну, на долгое время. То есть вот конкретный пример явного договорника, когда от одной структуры к другой просто пойдут деньги, потому что конкурса как такого не будет. И подпишут, что это бамбуковые, что а на самом деле они могли быть обыкновенные, хлопчатые, бумажные. Да все что угодно. Вот, собственно, падение цены, да, вот чем хороша
система Прозора, о том, что, например, заходят несколько участников, видят в онлайн-режиме ценовую политику и можно торговаться, да? Вот, да, действительно, идешь на торги, понимаешь, что эти бамбуковые одеяла за миллион ты можешь их там энное количество поставить, да? Вот. И когда начинаешь с миллиона, падает сразу же там на 100 тысяч, то это первое, или же изначально завышенная очекуемая вартость, что ведет, уже прослеживается коррупционная составляющая, то есть человек, который подавал это, значит, заранее знал, что будут падения, или же будет страдать качество. Так вот, то, что качество будет страдать, мы об этом сегодня говорили. И немаловажный момент, что ощутим мы это все вот через год, через два и через три. И так, как говорил Илья, что 10 лет пройдет, пока сама система заработает, и, безусловно, это прорыв, но пожинать плоды мы будем через несколько лет в тех отраслях производства нашего, которые вот, непосредственно с оказанием услуг. Услуг по ремонту, услуг по строительству. Это, потому что такие просадки в ценовой, их надо чем-то компенсировать. Компенсировать или качество, или неправильная установка, или же недовыполнением работ, или же самим материалами, запасными частями и так далее. Потому что в некоторых тендерных пропозициях есть двоякое. Установить, чтобы оно составляло там, стандартом, соответствовало стандартам. То есть не указано, что новое должно быть. Стандарт. Ты его замерил, толщина на вкус, на зуб померил, оно подходит, все, ты его ставишь, но оно не новое. Поэтому через два года, через определенное время мы будем видеть то, что мы наэкономили, и то, что реально. Когда раньше судовладельцы заказывали, что это должно быть покрашено и указано такими стандартами, то сейчас это будет, будем пожинать плоды вот этой не отрегулированной системы. Спасибо. У нас, пожалуйста. Да. Все дело в том, что я уже насчет демпинга говорил. Эта борьба реальна, она уже проводится в Николаевской области. Есть же желание и у заказчика, и участника, особенно у депутатов, как у распорядителя денег реальных. Это все можно сделать, это один вопрос. Второй вопрос, смотрите, пожалуйста. Что касается качества. Качество однозначно описывается. И если опять-таки, представитель организации заказчика, в том числе депутатский орган, готов это все отслеживать по качеству, с демпингом можно бороться на проведение торгов и по факту исполнения договора. Все дело в том, что есть такой один из критерий, который все знаете, помните, доступ выполнения логичных договоров, так же. И опять-таки, есть опять и практика, что если, допустим, меня как заказчика, вот этот нерадивый поставщик, либо выполнитель, один раз подвел, я имею право через действие нынешнего закона выписать так, что он на следующих торгах у меня уже никогда не станет победителем. То есть есть возможность, меня можно как заказчика подвести один раз, закон это позволяет сделать. Что касается сроков вступления, если вы помните, лет через 10 поймем и справимся с этим, нет, этого не будет, это будет куда гораздо раньше. Потому что в Украине по этой тематике действует так называемый проект Евросоюза по адаптации. Да? Так вот, по дорожной карте их, я не помню, то ли к 18, то ли к 19 году, то есть время стоит явно меньше, чем 10, наш закон про закупили должен быть приведен в не менее чем на 90% в соответствии с стандартам ЕС. Так что это будет вот, нам продержаться 2-3 года, а потом 5 закон поменяют кардинально. Спасибо. Спасибо. У нас осталось буквально 2 минуты. Одну минуту для, кто там, Владислав или Андрей хочет, либо от депутатов, либо от исполнительной власти. И одна минута для, раньше руку поднял, Владислав. И подвести желчные итоги Александру Ухмановскому. Пожалуйста. Дело в том, что я бы хотел бы действительно обратиться к экспертам, которые бы сегодня нам помогли действительно доработать те моменты, по которым сегодня мы видим те некачественные работы, некачественные услуги и видим то, что мы видим.
Я бы хотел бы обратиться ко всем специалистам, которые есть в городе, чтобы они все-таки направляли свои предложения, приходили к нам на комиссию, лично связывались со мной. Я всегда готов и открыт к тому, чтобы мы действительно в этой плоскости навели порядок. И действительно, если город заказывает услугу, я же не говорю о том, что мы хотим даром эту услугу. И в большей части я всегда был сторонником того, что заплатить дороже за эту услугу, но получить ее в хорошем объеме и очень высокого качества. И я как бы стараюсь это все-таки донести до начальников управления. И я вот сколько с многими разговаривал, они всегда обращались ко мне и могут рассчитывать на мою поддержку, что если действительно это будет хорошая качественная услуга, я готов поддерживать їх для того, щоб вони платили за це відповідні средства. Владислав, я хочу сказати тільки одне, що навряд чи Микола Михайлович знає, ну, там, коли до вас варто приходити. Але ви тепер знаєте, кого вам запрошувати на ваші комісії, ви тепер знаєте твердо, з ким консультуватися. Я впевнений, що у такому союзі ви багато чого зможете досягти. Будь ласка, Олександр Рахмановський. Ну, если подводить итоги, то мы все, да, и предприниматели, и тренера, да, и власть, и покупатели, я слышу только одно, что система в целом, как инструмент правильный, необходимо дорабатывать, и проблемы на самом деле существуют как для покупателей, так и для продавцов, для всех. Но назад пути нет. На Западе решается целая масса способов, как мы сегодня указывали, и лицензирование, и есть такое понятие, которое почему-то никто не использует, как страхование сделок. Это 0,5% от суммы, но зато потом страховая компания будет искать этого подрядчика и иметь его по полной программе в судах. Но у нас почему-то не страхуют сделки, хотя можно страховать, и можно страховать контракты. Почему вы не страхуете, как власть? И все приводится к одному – что ни одного человека не посадили за умышленное, да, за сговор. И мы опять, я вижу только одну проблему. Проблему в прокладке, которая сидит между компьютером и креслом, и которая сейчас никакой ответственности не несет. И таким образом делает все, чтобы коррупция сохранялась и дискредитация системы происходила. Потому что я не верю в случайность, я верю в то, что по всей Украине вплоть до... идет до саботажа этой системы, те случаи, которые дикие, да, продавец не вышел на связь. Я думаю, что это просто саботаж самой системы, который проводится те монополисты, те откатчики, которые работали раньше прекрасно в бумажном виде, а сейчас которым поставлены палки в колеса. И это как раз та ситуация, как в служебном романе, да, Людмила Прокопьевна, вам сапожки нравятся? Нет, точно нужно брать. Вот чем больше мы слышим, что эта система плохая, тем больше убеждаюсь, надо брать. Дякую. Олександр Рахмановський сьогодні напрочуд оптимістичен. Втім, напевно, що для цього є серйозні підстави. Принаймні, якщо у нас є люди, які готові змінювати те, що у нас погано, якщо ми знаємо, що саме треба змінити, якщо у нас є для цього воля, є для цього механізми, то, напевно, все насправді буде добре. Аби тільки ми не були байдужими. Дякую, що були з нами. Зустрінемося наступного тижня. На все добре.